Көп рахмет, Гүлнара. Құрметті әріптестер, орталық коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңынан өңір басшыларының қатысуымен өтетін баспасөз мәслихаттар тізбегін бүгін тәмамдаймыз. Бүгін бізде қонақта Астана қаласының әкімі Қасымбек Жеңіс Махмұдұлы, Астана қаласының әлеуметтік экономикалық дамуы туралы ақпарат алатын боламыз. Жеңіс Махмұдұлы, алаңымызға қош келдіңіз. Сөз кезегі өзіңізде, мархабат. Қайырлы күн, құрметті журналистер, құрметті әріптестер. Елорда дамуының негізгі бағыттары туралы қысқаша баяндауға рұқсат етіңіздер. Әлеуметтік экономикалық көрсеткіштер бойынша оң серпін байқалады. Қала экономикасы өсіп келеді. Жалпы өңірлік өнім 4.1% өсіп, 4 триллион 753 миллиард теңгені құрады. Инвестиция көлемі 4.7% өсіп, шамамен 1.3 триллион теңгені құрады. Осы жылдың соңына дейін 1.6 триллион теңге болады деп жоспарлап отырмыз. Жұмыс істеп тұрған шағын және орта бизнес субъектілерінің саны 14.6% өсіп, 200-300 мыңнан асты. Бөлшек тауар айналымының көлемі 9.4% өсіп, шамамен 2.2 триллион теңгені құрады. Құрылыс жұмыстарының көлемі 4.9% өсті. Құрылыс саласы елорда экономикасының негізгі драйвері болып табылады. 3.4 миллион шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берді. Осы айдың бірінші ондықта осы цифр болған. Осы жылы жеңілдеткен мемлекеттік бағдарламалар бойынша біз азаматтардың әртүрлі санаттары үшін 5200 пәтер беру туралы міндет қойдық. Оның ішінде жетім балалар, көп балалы аналар, әлеуметтік осал азаматтар, сонымен қатар жұмыс істейтін жастар. Қазір құжаттарды рәсімдеу бойынша тиісті жұмыстар жүріп жатыр. Келесі жылдың басында, қаңтар айында кезекке тұрған азаматтар осы үйлерді алады деп жоспарлап отырмыз. Реновация бағдарламасы бекітілді. 2029 жылға дейін 206 апатты үйден 4710 тұрғын үй иесін көшіру жоспарлануда. Бұл жұмыс басталып кетті. Биыл 400-дей пәтер осындай азаматтарға берілді, келесі жылы 700 беріледі, ары қарай жылына 1000 пәтер беріледі деп жоспарлап отырмыз. Тығыз құрылыс бойынша точная застройка. Жыл басында жұртшылық назарлық білдіріп, жедел шешімді талап еткен 20-дан астам объект болатын. Қаланың егжей-тегжейлі жоспарына өзгерістер енгізу жұмыстары атқарылды. Барлық шешім қала белсенділердің қатысуымен қабылданды. Шешімдердің 90%-дан астамы қала тұрғындарының пікірін еске отырып қабылданды. Тығыз құрылыс объектілерінің барлығында дерлік оң шешімдер қабылданды. Мектеп, білім беру орталықтары мен денсаулық сақтау мекемелері сияқты 8 әлеуметтік объект және 9 қоғамдық кеңес жоспарланды. Қалған объектілер бойынша сот шешімін күтіп отырмыз. По долевому строительству на начало года незавершенными оставались 16 проблемных объектов с участием более 4000 дольщиков. На сегодняшний день порядка 3600 вкладчиков получили ключи от квартир. Оставшиеся дольщики получат квартиры в первом полугодии 2024 года. Это порядка 430 человек или семей. Соответственно, в следующем году мы полностью должны завершить проблемы со второй волной дольщиков. По инженерной инфраструктуре. Для обеспечения новых районов достаточно тепловой мощностью завершено строительство в первой очереди ТЭЦ-3, двух газовых тепловых станций Туран и Юго-Восток, что обеспечило дополнительно 1130 гигакалорий тепловой мощности. Например, неделю назад, когда были морозы, 32-33 градуса, город принимал порядка 3000 гигакалорий тепла, у нас в резерве оставалось порядка 600-700 гигакалорий. То есть мы впервые за последние годы вошли в отопительный период с большим профицитом. Мы планируем в следующем году завершить и сдать в эксплуатацию в первую очередь газовой тепловой станции Тельман, в вторую очередь Туран. Это дополнительно нам даст порядка 800 гигакалорий тепла, то есть мы имеем запас прочности даже при нынешних темпах строительства порядка на 5 лет вперед. Но работа по дальнейшему строительству тепловых объектов, расширению мощностей ТЭЦ будет продолжаться. По воде. Вы знаете, что в июне была ситуация, когда был дефицит воды, это первые числа июня месяца. Ежегодно, вы знаете, что город растет, численность населения увеличивается в среднем на 50-60 тысяч, вообще за три года последних на 200 тысяч население города увеличилось. И, соответственно, увеличивается потребление коммунальных услуг.
увеличивается количество вводимого жилья, соответственно, и водопотребление. В июне месяце у нас был дефицит на тот момент, когда эта проблема остро встала, до 20-25 тысяч кубометров воды в сутки. Мы смогли после 10 июня запустить дополнительную новую нитку водовода от Астанинского водохранилища, дополнительную подачу воды в объеме 90 тысяч кубометров дали. Плюс завершено строительство третьей насосно-фильтровальной станции мощностью 105 тысяч кубометров. Сегодня, я хотел бы еще раз официально заявить, дефицита воды в городе нету. И определенный задел прочности на несколько лет вперед сделан. Более того, на следующий год мы завершаем строительство второй нитки водовода, дополнительной второй нитки водовода с Астанинского водохранилища. Начинаем строительство водовода к Нуринскому месторождению и также проектирование расширения насосной станции «Тельман». Это даст нам мощность до 30-го года по питьевой чистой воде. По поручению главы государства разрабатывается стратегия развития комплексной транспортной системы. Система позволит повысить безопасность дорожного движения, снизить количество заторов, а также уменьшить влияние городского транспорта на окружающую среду. В этом году мы провели работы по среднему ремонту 72 улиц, открыли новый мост с Аль-Фараби на Тавельсиздек. Это заметно снизило нагрузки на улицы Туркестана, Ахмешит, Мэнгликель. В среднем, например, по Мэнгликель мы снизили трафик на 15-20%, обеспечивая гражданам более рациональный, быстрый доступ к точкам назначения. В следующем году планируем приступить к строительству продолжения проспекта Тавельсиздек до выхода на сторону аэропорта. Открытие улицы Айтматова в этом году тоже заметно снизило транспортную загруженность проспекта Туран между улицами Сагнак и проспектом Мулудала. Планируем завершить проектирование нового моста в районе улицы Кенгсары Корланжинского шоссе. Будет проходить через остров. Это тоже даст впоследствии значительную разгрузку по Нуринскому району. Кроме того, идет строительство малой кольцевой дороги. По общественному транспорту. В этом году запустили 6 новых маршрутов. Осуществлен закуп 400 новых автобусов. Из них порядка 300 автобусов уже в городе. В январе произойдет поставка еще 56, и оставшиеся придут в феврале автобусы. Кроме того, на следующий год мы планируем увеличить общественный транспортный парк еще на 200 автобусов. Это через коммунальный первый парк. И частные 5 парков приобретут еще 100 автобусов. Таким образом, мы заметно снизим нагрузку на общественный транспорт в городе. Завершено благоустройство 165 общественных дворовых пространств, в том числе созданы 45 зеленых зон, включая 2 парка, 10 скверов, 33 общественных пространства, высажено порядка 1 000 000 зеленых насаждений, в том числе и крупномерные деревья, саженцы, сеянцы, многолетние кустарники и так далее. В следующем году мы планируем реконструкцию парка за Дворцом мира и Согласия, создание тематических зон вдоль реки Исиль, начнем реконструкцию набережной Исиля, также реконструкцию проспекта Мэнгликель. В рамках единой концепции озеленения совместно с Центром урбанистики разрабатывается устав озеленения города. Этот документ будет содержать свод правил, в том числе регламенты по озеленению. Теперь застройщики обязаны в обязательном порядке согласовывать дендроплан и внутри своего двора, вокруг, и обязаны в течение 3 лет содержать зеленые насаждения. Только через 3 года будут передавать это под управление акиматом. Әлеуметтік сала бойынша Астанадағы білім беру жүйесі мектептер мен балабақшаларды оқысы орындарының айтарлықтай тапшылығына тап болды. Әсіресе жаңа құрылыс аудандарында мәселені шешу үшін биыл 7 мектеп пайдалануға берілді. Тағы 5 мектептің құрылысы аяқталып келеді. Оны біз бір айдың ішінде толығымен бітіреміз. 2024 жылы 25 мектептің құрылысы жоспарланған. Оның ішінде 7 мектеп ол жергілікті бюджет арқылы, 3 жекеменшік мектеп және орталық бюджеттен жайылым мектеп жобасы бойынша 15 мектеп. Жалпы жайылым мектеп жобасы бойынша қалада 24 мектеп салынады, 90 мың оқушыға арналған. Оның 15-і айтылып кетті, келесі жылы іске беріледі. Оның тағы да 6-ауы Нұр ауданында болады, 7-ауы Есіл ауданында. Осылайша 2028 жылға дейін 2 ауысымда 200 мыңға жуық оқушы орны арналған 80-нен астам мектеп салуды жоспарлап отырмыз.
инвесторлардың қаражаты есебінен 16 жеке меншік балабақша салынды. Сондай-ақ 2019 жылға дейін 60 мемлекеттік балабақша салу жоспарланып отыр. Жалпы 17 жылдан бастап жергілік бюджеттен балабақшалардың құрылысына бір тейін бөлінген жоқ. Келесі жылдан бастап біз өзіміз мемлекет арқылы балабақшаны салатын болдық. Бірінші кезең аясында 2025 жылы жергілікті бюджет және мемлекеттік жеке әріптестік қаражаты есебінен 10 балабақша салу жоспарланып отырмыз. 2029 жылға дейін жергілікті бюджет есебінен сондай-ақ мемлекеттік жекеменшік әріптестік тетігін қолдана отырып 15 заманауи оқушылар сарайын салу жоспарлап отырмыз. Ең алғашқысы Тұран даңғылында орналасқан Саңа оқушылар сарайы осы жылы пайдалануға берілді. Келесі жылдың 1-ші 90-да қаланың әр ауданында оқушылар сарайын құрылысын бастаймыз. Оның үшеуі бассейнмен болады. Медициналық инфрақұрылымды дамыту шеңберінде 2024-2027 жылдар аралығында 12 объект салынады. Оның ішінде 2 перинаталдық орталық, перзентхана, біреуі Самұрық-Қазына қормен бірге, екіншісі инвестор арқылы салынатын болады. Одан құрылыс біткен соң ол мемлекетке беріледі. 2 жаңа заманауи көп салалы аурухана, оның біреуі балалар ауруханасы, және 3 мемлекеттік, және 5 жекеменшік емхана салынады. Занятость населения. Уровень безработицы составляет 4,4%, что ниже среднереспубликанского уровня. Охвачено мерами занятости 24 100 человек в этом году, трудоустроено более 13 тысяч человек, из которых 8,4 тысячи получили постоянные рабочие места. Для помощи безработным, содействия их занятости, мы запустили новый проект «Жолтап», в рамках которого через модульные пункты «Баршага мүмкіндік» жители могут получить консультации по возможности получения доходов, постоянных рабочих мест, включая 52 меры государственной поддержки, содействие трудоустройству, запись на краткосрочное обучение. За 4 месяца активной работы охвачено обучением почти 5500 наших граждан. Суммарно за 3 года мы планируем 30 тысяч человек обеспечить новыми навыками по востребованным специальностям, как рабочим, так и цифровым. Также разрешите коротко добавить о том, что по поручению главы государства разработан новый генеральный план города до 35 года. Территория города остается в своих параметрах, это порядка 80 тысяч гектар. Значительную ее часть составят зеленые клинья, которые вместе с парками, набережными вдоль реки Есель, Ак-Булак, Сар-Булак, канала Нура-Есель составят единый природно-ландшафтный комплекс. Согласно новому генплану, перспективными районами застройки определены районы аллеи Мыңжылдык, жилой массив Тельмана, район западный проспекта Туран. Прогнозируется, что в ближайшие 10 лет население города вырастет до 2,3 миллионов человек. Жилищный фонд увеличится в 2 раза, составит почти 68 миллионов квадратных метров жилья. Всего, согласно новому генплану, до 35 года будет построено 178 детских садов и порядка 164 школ, 93 учреждения здравоохранения. Проект генерального плана согласован общественностью города, депутатами маслихата, прошел необходимые экспертизы и общественные слушания. Құрметті журналистер, баяндамды қорытылай келе, сіздерді күнтізбелік жылдың аяқталуымен құттықтаймын, жаңа жылда сәттілік және зор денсаулық тілеймін, отбасыларыңызға тек қана үйлеріңізде қуаныш көп болсын. Көп рахмет сіздерге. Енді ары қарай сұрақтарыңызға жауап беруге мен дайынмын. Куб Рахмет, Женис Махмудуло. Уважаемые коллеги, мы переходим к сессии вопрос-ответ. Прошу соблюдать регламент. Как вчера, если мы проведем динамично, мы охватим все вопросы журналистов. Думаю, сегодня в очереди 42 журналиста. Сонымен, Казинформ, Касымывай Жан, пожалуйста. Қайырлы күн. Менің бірінші сұрағым Талдыкөл туралы. Бұған дейін рекреациялық саябақтар салынады деген ақпараттар болды. Нақты қай кезеңде бұл қолданысқа берілуі мүмкін? Жалпы қандай жұмыстар жүріп жатыр қазір Талдыкөлде? Тамыз айында жоғарғы соттың соңғы шешімі шықты. Талдыкөл бойынша, үш участок бойынша біз жұмыстарды жалғастырамыз. Бесінші участок бойынша ол жерде сіз айтқандай рекреациялық саябақ салынатын болады. Ол жұмыстарды біз келесі жылы
құрылыс мерзімі қашан басталады, содан бастаймыз. Басқа участок 9-шы және 7-ші участок бойынша бізде абаттандыру және көгалдандыру жұмыстарды бастаймыз келесі жылы. Нақты қай кезде саябақ беріледі? Ол 1,5-2 жылдың ішінде салынатын нәрсе. Екінші сұрағым, ол қазіргі жол кептелістері өте көбейіп бара жатыр, әсіресе қаланың сол жағалауында. Бұл мәселені шешу үшін сіздердің ЛРТ салып жатқандарыңызды да білеміз, бірақ жалпы көлік кептелісін азайту үшін қаланың көліктік транспорттық инфрақұрылымын қалай жоспарлап отырсыздар? Енді баяндамада айтып кеттім. Мысалы, биыл біз Тәуелсіздік пен Әл-Фараби көшелерін қосатын көпірді салдық. Ол мысалы Мәңгілік ел көшесі бойынша 15-20% мына кептелісті азайтты. Осындай жобалар іске асырылып жатыр. Келесі үлкен көпір ол мына екі көпірден ортасына мына Редисон гостиница бар ғой, сонымен және мына Нарекбаев университетінің ортасында өтетін жаңа көпір болады. Оның құрылысын біз күзде бастаймыз, 2 жылда бітіреміз, 2.5 жылда. Ол Қорғалжын даңғылы мен Тұран даңғылын кептелісін азайтатын болады. ЛРТ бойынша жұмыстар биыл басталды, оны өздеріңіз көріп отырсыздар. Енді біздің жоспарымыз бойынша 2.5 жылдың ішінде бұл құрылыс аяқтайды. Және осы мәселені шешуге үлкен бір үлесін қосады деп есептейміз. Көп рахмет. Астана телеарнасы, Насекенова Ділназ. Алаңызда жоқ. Информбюро, Айгерім Мамат. Пожалуйста. Добрый день, Жанис Махмудович. У меня первый вопрос по, возможно, точнее, вы знаете, что Кайрат Буранбаев в рамках добровольного сотрудничества со следствием передал государству некоторые свои активы, в том числе гостиничный комплекс «Комфорт-отель» в Астане и фитнес-центр «Fit Nation». Но там должны были организовать досуговые, реабилитационные и образовательные центры. Скажите, пожалуйста, будут ли они организованы на этих объектах, когда это будет? И частично ли или полностью эти объекты реорганизуют под эти центры? Городу Астане передается только комфорт-отель. Фитнес-центры, они не передаются Астане. Я так понимаю, там головная компания в другом городе находится. Видимо, управление будет оттуда идти. Но это не Астана. По комфорт-отелю процесс передачи еще происходит. После того, как процесс передачи завершится, мы будем определяться с дальнейшим видом деятельности. Но предварительно скажу, что в городе не хватает такого уровня отелей. Возможно, отель сохранит свой профиль деятельности. Но пока объект еще не передан, в процессе все. А есть какой-то дедлайн, вот когда его примут? Я думаю, в ближайший квартал передача завершится. По социальным объектам, реабилитационным, у нас есть свой план по дошкольным, другим учреждениям. И этот объект необходимости, там, передачу под социальный объект, мы не видим. Спасибо. Именно этого уровня, там, 3+, гостиницы в городе, особенно в этой части, для развития туризма необходимы. Спасибо. Тогда второй вопрос про стадион Кожемукана Мунайтпасова. В управлении физической культуры сообщали, что в 2025 году его должны уже сдать в эксплуатацию, но на снос и строительство потребуется примерно 18 месяцев. Успеется ли это? И уже есть, готова ли проектно-сметная документация? Подрядная организация, может, уже известна, которая будет строить. Вот можете прокомментировать это, пожалуйста? Подрядной строительной организации нету, конкурс еще не объявлен. Зимой только будет завершено проектирование объекта. После экспертизы мы сможем вам презентовать, в каком виде он будет. Предполагаем, что это будет закрытый манеж, для того, чтобы он функционировал в зимнее время, в осеннее время. И плюс мы планируем, что в течение года сможем этот проект реализовать. Возможно, он уйдет на 26-й год, но это будет календарный год строительства. А как вы, не считаете ли вы, что вот в 2020 году его решили сносить, но после обещали пересмотреть это решение, но в 2022 году уже, когда он простоял вот 2 года, сказали, что он изношен, что как бы не считаете ли вы, что за эти 2 года, пока он стоял, он пришел в более негодное вот как бы положение? Объект признан аварийным. Поэтому он все равно подлежит сносу, в каком бы он состоянии ни был, в 22-м или 23-м. Он аварийный объект, его будем сносить. Угу. Рахмет. 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 Елькизет Отарбаева Бахтжан сұрақ жолдапты.
Елордада балабақша тапшылығы бар, инвесторлар жеке балабақшаны салуда, және олардың бағасы қымбатырақ. Бұл мәселе қалай шешіледі, және солай бола бере ме? Алдында мен айтып кеттім, 17 жылдан бастап әкімшілік өзі балабақшаларды салған жоқ. Келесі жылдан бастап бұл бағдарламаны біз бастаймыз. Жалпы келе жатқан 2 жылдың ішінде 60 мемлекеттік балабақша салынады. Мысалы, қосымша жекеменшік балабақшаларда оларда ашылатын болады. Келесі жылы біз жоспарлап отырмыз. Жалпы 10 балабақша ашылады. Оның бір 50% қаланың бюджеті арқылы салынады, 50% жекеменшік болады. Екінші сұрақ онда, қала автопарктерін жаңарту мәселелері қалай шешілуде? Қалай? Қала автопаркінің жаңарту мәселелері қалай шешілуде? Ол да айтылып кетті, биыл біз 400 автобусты сатып алдық. Оның 100-і жекеменшік 5 автопарк сатып алды, олар келді. Және 300-ін бірінші коммуналдық автопарк сатып алды, 200-і келді. Қалған 100 автобус 56-сы қаңтар айында келеді, қалған 44-і 1-90-да келеді толығымен. Және келесі жылға қосымша 6 автопарк 300 автобусты тағы да сатып алайын деп отыр, оның 200-і бірінші автопарк. Рахмет жауабыңызға. Первый канал Евразия, Мұздыбаева Айгерим, пожалуйста. Здравствуйте. Первый вопрос от коллеги. Депутаты Мажилиса делали запрос про микрорайон Эндерес. Предлагали разрешить жителям окраины легализовать свои дома, которые построены без разрешения. Что вы об этом думаете? Ну, это проблема не конкретно города Астаны. Мы не можем локально легализовать какое-то имущество, которое было построено в нарушении закона. Также такое решение, если оно принимается, оно должно приниматься по всем населенным пунктам. Поэтому этот вопрос на рассмотрение, я думаю, центральных государственных органов. Мы в случае принятия каких-то решений будем заниматься этими вопросами дополнительно. А так мы в любом случае пытаемся оказать содействие по строительству инфраструктуры, обеспечению их какими-то социальными благами. Но все равно жилища, построенные в нарушение, конечно, требуют легализации. Только через, пока сегодня только один путь через судебный порядок, через суд. Спасибо. Второй вопрос будет состоять из двух. Но я думаю, что ответы будут короткими. Первый касательно такой избитой темы для всех, в принципе, казахстанцев, ЛРТ. Последняя была информация о том, что запустят его в 2025 году. Не будет ли переноса? Есть ли конкретный там, месяц, срок? Это вот первая половинка. Конкретный месяц, срок я вам не скажу. Но переноса не будет. Когда вопрос мне задавался, я сказал, будет построен в течение 2-2.5 лет. При должном финансировании. Хорошо. И последняя половинка вопроса касательно бульвара Нуржол. Еще, по-моему, 2-3 года назад, когда мы покупали квартиру вдоль предполагаемого, что, ну, в общем так, нам сказали, что бульвар Нуржол будет построен там, вытянут, протянут там до, чуть ли не до Чингиза Айтматова и до этого вокзала нового. Угу. Уже нет, да? Нет, почему нет? Летом в июле месяце глава государства проводил совещание по вопросам развития Астаны, и были даны два конкретных поручения по дальнейшему развитию Жағалау, это вот в сторону Айтматова и дальше в сторону Большого Талдыколя, и аллеи Мыңжылдық, то, что вы говорите, в сторону нового железнодорожного вокзала Нұржол. Просто эти районы сейчас в активной застройке, и зеленые массивы, которые предполагались в рамках генерального плана, они будут завершаться. Например, в сторону, то, что вы говорите, нового железнодорожного вокзала, за новым казахским драматическим театром. Сейчас там с двух сторон обустраивается сквер. Потом аллея будет идти до косого сквера, так называемого. И далее будет идти до вокзала. Мы этой концепции будем придерживаться. Где-то, в сторону Жағалау тоже, да? В сторону Жағалау тоже. Буквально месяц назад мы инспектировали этот участок. Ну, активное зеленое озеленение именно вот этого направления будет. Но не только этой аллеи. Вообще и в дальнейшем мы планируем и парк влюбленных напротив
Хан Шатыра, да, в следующем году дополнительно высадить большое количество деревьев крупномерных. С двух сторон от Хан Шатыра два появятся сквера. Плюс, вы знаете, вот раз вы говорите про бульвар Нуржола, вот есть участок перед Кируэном, да, где вот сейчас ледовый каток, и плюс ежегодно там проводятся новогодние мероприятия. Да, там елка. Там будет большой сквер. То есть большая работа по озеленению будет проходить, и именно в том числе по тем участкам, которые мы сейчас указали. Просто конкретно участок Анет-Баба, там сад НС. И... Я попрошу генплан, они вам подробно дадут справку по этим участкам. Спасибо. Коллеги, все-таки журналисты уже возмущаются. Правила для всех едины. Два вопроса и несколько уточняющих. Если вы не удовлетворены, после пресс-конференции можете уточнить. Аким всегда открыт к вопросам и готов ответить. Сонмин Нуркизет, Артем Деньгин с нами на связи. Артем, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Ваши вопросы. Да, у меня будет два вопроса. Первый. На данный момент в Нуринском районе ощущается острая нехватка школ. К примеру, Бином переполнен, и туда невозможно попасть даже по прописке. Пожалуйста, объясните, как так получилось, что при застройке районов Акимат не предусмотрел этот вопрос? И вообще, сколько школьных мест появится в следующем году? Я в выступлении говорил, что мы планируем более 80 средних школ построить в ближайшие 3 года, 3,5 года. Из них 24 – это комфортные школы, из них 6 комфортных школ – это именно по Нуринскому району. В том числе район Жагалау, который вы вот сейчас указали, в том числе за Ханшатыром, в сторону Айтматова и так далее. Кроме того, строится 17 частных школ. Кроме того, в этом году мы 11 школ сами построили. Вот 6-7 сдали, еще осталось в течение месяца сдать. 8 новых школ планируем в следующем году за счет местного бюджета. То есть количество школ достаточное будет буквально в течение ближайших лет. Более того, я думаю, мы уже проблему трехсменных школ сможем решить до конца следующего года. Мы планируем, что 15 из 24 комфортных школ сдадутся в следующем году. Плюс то, что строится за счет местного бюджета и частной школы. То есть порядка 200 тысяч ученических мест мы планируем открыть в ближайшие 3,5 года. Это более чем достаточно, и мы планируем, что это даст нам определенный задел на будущее. Например, в этом году в школы пошло 26 тысяч первоклассников, окончила школа около 10-11 тысяч. Разница 10 тысяч. То есть мы должны как минимум 7-8 до 10 школ ежегодно строить, мы эти планы перевыполняем. Действительно, определенные упущения были, город активно застраивается, социальной инфраструктуры не всегда хватает, но сейчас мы наверстываем то, что упустили. Угу. Рахмет? То же самое по детским садам. Артем? Еще хотелось бы спросить у вас насчет долгостроев. Как сейчас акимат города борется с этой проблемой? И нет ли риска, что будут возникать новые проблемные объекты? Мы в начале года в рамках государственной программы завершали строительство 16 объектов долевого строительства. Объекты, которые были начаты 7, 8, 9 лет назад. Более 3600 квартир мы уже ключи от этих квартир выдали или выдаем до конца этого года. Остается 430 квартир, которые мы планируем в первом квартале завершить. Может быть, один объект перейдет на второй квартал, но мы ускоряемся максимально. Теперь мы видим, что на рынке существует порядка еще 40 таких жилых объектов, которые могут в перспективе создать нам проблемы. По ним буквально еженедельно мы проводим соответствующие комиссии. Есть активисты этих строящихся домов, которые активно помогают нам, мы им помогаем. Правоохранительные органы очень активную позицию занимают, и прокуратура, и полиция. И мы видим, что есть результаты этой работы. Наша задача не допустить новой волны проблемных долевых объектов. Для этого прилагаются все усилия. Но, к сожалению, вы видите, ситуация на рынке меняется. Например, на рынке Астаны последний год стоимость жилья она
на одном уровне, и спрос изменился, уменьшился значительно. Есть у некоторых застройщиков определенные проблемы. Угу. Рахмет, я прошу прощения, спасибо. Моя ошибка. Жанар, я вас пропустила в очереди. Пожалуйста, Боснинский ЗЭД. Здравствуйте, Жанис Махмудович. Разрешите сначала уточнить, по стадиону имени Мунаитпасова он все-таки будет снесен? Это аварийный объект. Мы будем сносить. То, что возможно сохранить конструктивно, исходя из проектной документации, которую нам согласует экспертиза, мы будем стараться сохранить, но вероятнее всего, что большей части он будет снесен. Хорошо, спасибо. Теперь к основным вопросам. Наши подписчики очень интересуются, будут ли в Астане строиться и открываться новые производственные предприятия, какие-то, может быть, фабрики или заводы, с тем, чтобы увеличилось число рабочих мест и чтобы, как говорится, у Астаны было дальнейшее промышленное будущее. Что вы на это скажете? Сегодня, конечно, основа экономики города – это строительство. Это история любой новой столицы. Показывает, что первые 30-40 лет это объективно так. Строительство занимает основную долю. Но в то же время, если структуру экономики города смотреть, более 70% это у нас малый и средний бизнес. Из них, конечно, больше половины в сфере строительства тоже занято. В перспективе эта структура будет меняться. Мы понимаем, что стройка со временем, доля строительства будет уменьшаться и должна увеличиваться доля туризма, доля другой экономики, в том числе промышленности. Поэтому мы стараемся создать все условия для привлечения инвестиций, в том числе в обрабатывающую промышленность, которая будет формироваться в городе Астане. Буквально неделю назад глава государства посетил индустриальную зону города Астаны. Мы показали 4 новых объекта. Это новые производства, связанные с производством специальной, например, мебели, медицинской мебели, школьной мебели, объекты, новый завод по производству, например, строительных материалов, и так далее. Новые объекты строятся, ежегодно десятки тысяч рабочих мест именно на промышленных предприятиях города Астаны создаются. Следующий планируется, вопрос. Планируется создание второй индустриальной зоны. Проектная документация будет до конца следующего года завершена. И в 2024-2025 год будет строиться инфраструктура на 600 гектар, где мы планируем размещение фармацевтического кластера, в том числе производство строительных материалов, мебели, в различных отраслях. В основном это все обрабатывающая промышленность. Замечательно. Второй вопрос касается экологической ситуации в Астане. Ежегодно с наступлением отопительного сезона смог, который досаждает и приносит дискомфорт. И мы заметили, что помимо исторических и классических источников загрязнения, ТЭЦ, автомобилей, там, частного сектора, очень много котельных, которые, простите, дымят, как... крематорий там или еще что-то, я не знаю, чем они там топят, но дым черный, большой, густой такой, и никуда не уходит. Вопрос. Скажите, планирует ли в Акимате вести работу с владельцами и котельных тоже, И есть ли у вас проекты по снижению использования угля в качестве основного вида топлива? С тем, чтобы мы могли, наконец, дышать и не так страдать от смога. Спасибо. Вы знаете, что ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 уже второй сезон полностью перешли на газ. ТЭЦ-3 в этом году запущенный, который вот сейчас дает более 400 гигакалорий тепла, тоже работает на газу. Газовые тепловые станции, естественно, они работают на газу. В следующем году мы еще запускаем газовые тепловые станции. Более 12 тысяч абонентов сегодня имеют возможность подключиться к газу. Это индивидуальное жилье. Из них 10 тысяч подключилось, это почти 200 тысяч человек в городе. То есть город очень массированно этим вопросом занимается. То есть центральные теплоисточники все переведены сегодня на газ. Раньше они работали на угле, это один из основных загрязнителей был. Мы подошли с газом к Чубарам. Подходим к газам к другим микрорайонам и пригородам. То есть индивидуальный жилой массив тоже будет переходить на газ. И остаются локальные котельные. В основном по всем новым жилым комплексам, где предусмотрено не центральное, а локальное отопление, тоже все на газу.
По тем немногочисленным объектам, которые остались, тоже программу такую проводим. Они в обязательном порядке перейдут на газ. Спасибо. Но Рахмет. Сейчас была основная задача центральные теплоисточники перевести на газ. Рахмет. Рахмет. Дәурен Ербулатов, халықына. Елизавета Аксенова, можете подходить к микрофону. Сіз Дәурен Ербулатов, халықына. Бірінші сұрағым, өзіңіз білесіз, бұл Астанаға қар кеш жауды. И өзіңіз білесіз, енді осы бір шамамен қар ерте жауатын, бірақ осы жылы 1-7-90-да жауды. Осыған байланысты сұрақ, қанша ақша үнемделді қар күреуге байланысты? Және осы үнемделген ақшаны қайда жұмсайсыздар? Мына бір жарым айдың ішінде біз 2 миллиард теңгедей үнемдедік. Бұл қаражат, мысалы, бюджетте жетіспейтін мәселелер көп қой. Сол мектептер бар, балабақшалар бар, сол мәселелерге жұмсалатын қаражат ол. Жалпы арасында бір ай кеш қар жауды, 2 миллиард теңге үнемделді, ол сол әлеуметтік салаға кететін қаражат. Жақсы, рахмет. Екінші сұрағым, Юга Остық дейді халық арасында, оңтүстық шағын ауданына қатысты, оңтүстік пен солтүстік деп бөлінеді ғой. Осы жақтағы үйлер сүріле ма, жер үйлер? Өйткені мына халық өнер редакциясына Қобыланды, Аман көшесі, Момышұлы, Айнакөлдегі жер үйлерде тұратындар, тұрғындар шағым айтып, өздерінің хаттарын жіберіп жатыр, хабарламаларын. Мұнда тұрғындар газ бен судың дұрыс берілмейтінін, электр энергиясының дұрыс есептелмейтінін айтып, шағымданып жатыр. Осы Юга Остықтағы шағын аудандағы үйлер сүруі мүмкін бе? Егер сүрілсе, қандай көшедегі үйлер? Айта аласыз ба? Нақты қазір сіздерге мына қай көше қай жылы кетеді деп айта алмаймын. Керек болса мен сізге ресми түрде жауабын берейін. Бірақ келе жатқан 2 жылдың жоспарында ондай жобалар бізде жоқ. Яғни Юга Остықтағы шағын үйлер әзірше сүрілмейді. Соны айтып отырмын. Жалпы мына су мәселесі, жылу мәселесі болса, бұл мәселе бойынша біз айналасамыз және бұл жағынан көмегін береміз. А былай мына сұнысқа кететін үйлерді нақты қазір сізге айта алмаймын мен. Рахмет. Рахмет. Бес медиа, Елизавета Аксенова. Добрый день. Первый вопрос. На 2024 год в городском бюджете заложено на уборку города, в том числе санитарную, ручную и механическую, свыше 20 миллиардов тенге. Но во время дождей мы видим, как у нас рабочие просто собирают лужи метлами и лопатами, а зимой спецтехника чистит дороги, но с обочин снег не убирается, убирается только в центре города. Потом вот эти заборы снежные на окраинах, они превращаются в лед, рабочие вручную грузят, колят. И из этого следует вопрос. С вашей точки зрения, это рациональное и правильное использование ресурсов и расходование средств? По нормативам, после того, как произошел обильный снегопад, 72 часа дается на очистку того или иного участка. Поэтому зачастую жители хотят, чтобы условно через 2 часа там был идеальный порядок. Поэтому вы сейчас видите, естественно, в первую очередь очищаются основные транспортные магистрали города. Там, где идет основной поток людей, да, из спальных районов в рабочие районы и обратно. Потом переходим во вторую очередь во внутриквартальные улицы и потом уже дворы. Поэтому не всегда бывает, что в течение суток убирают сразу весь снег во дворе и так далее. Поэтому, но в регламент мы укладываемся. Вы знаете, что 3 дня назад снег выпал, да, в городе достаточно обильно шел всю ночь. Но сейчас вы в городе ситуацию видите. Все основные магистрали, внутриквартальные дороги, они вычищены. Не всегда хватает техники. Правда, мы вчера и позавчера привлекали технику у строительных компаний на вывоз снега в первую очередь. Мы этим вопросом занимаемся. Но в целом я считаю, что коммунальные компании работают очень ответственно и распределяют свои силы равномерно. Второй вопрос. Тоже в бюджете города на 2024 год заложено 3,5 миллиарда на текущий ремонт улиц всего города и 8,5 на средний ремонт центральной части города. Из этого тоже вопрос, почему такие суммы ежегодно выделяются на центр города и на ремонт улиц там, когда у нас есть окраины и там в районах просто улицы, некоторые участки не видели ремонта десятки лет. Сегодня в выступлении говорил, 72 улицы города подверглись различным видам ремонта. Нарекания в этом году вызывали, например, ремонт на улице Турана. Да? Люди считают, что в прошлом году ремонт был. Но ремонт был откуда? От улицы был Шарайшек и в сторону Захан-Шатыр, дальше в сторону
спортивных объектов. В этом году ремонт по Турану был наоборот, от театра оперы и балета до моста в сторону Сорокинского района и сам мост. То есть это формально это одна улица, но это две разные части улицы. В прошлом году сделали по этой улице ровно то, что смогли сделать в этот строительный период. В этом году эту работу продолжили. Некоторые коллеги ваши задавали вопрос, что одна и та же улица ремонтируется. По факту это разные участки. В то же время, теперь, почему ремонтируется, например, и такая же ситуация по Менгликель была. В этом году в основном в сторону мечети от Триумфальной арки шел ремонт. Также в прошлом году от Триумфальной арки в сторону Дома правительств. Это одна и та же улица, но это разные участки. Теперь это основные улицы, по которым движется большая часть населения города. Поэтому, естественно, они проходят ремонты. Но есть межремонтные сроки. Раньше межремонтных сроков никто не проводит и не имеет права проводить. По среднему ремонту, например, межремонтный срок на улицах 5 лет по асфальту. Поэтому раньше 5 лет никто не может на одном и том же участке проводить ремонты. Но, тем не менее, мы выделяем 8 миллиардов на центр, но не выделяем ничего на окраины. Даже в бюджете прописано, что на центральную часть города 8,5, а про окраины или про дороги, допустим, которые давно нужно отремонтировать, ни слова. Ремонтируются дороги в окраинах, я еще раз повторюсь, 72 улицы по городу ремонтируются. И мы можем вам факты привести, что в Индрысе, что в Кирпичном, что в Железнодорожном отремонтировано. В этом году массированная работа по Уркеру проведена, большой объем работы по асфальтированию, строительству тротуаров, освещению, озеленению Уркера, а там тоже большой массив, да? Такая же работа по Пригородному проводится, по Мичурино, по Интернациональной, поэтому везде работа по строительству, ремонту ведет. Если вы хотите, могу вам официально дать прям по километражу, в каком микрорайоне какой объем работ был выполнен. Уточните, пожалуйста, на 72 улицы, про которые вы сказали, сколько средств затрачено или запланировано затратить? Мы на средний ремонт тратим от 15 до 20 миллиардов. Рахмет. Спасибо большое. Спасибо. 24 кезет, Мирлан Алтынбек, және Тимур Казагулов. Жегенсіз Мұрза, менде мұндай сұрақ, жалпы, алда енді көктем келе жатыр ғой, 2-3 айдан кейін көктем келеді, арық, суағарлар мәселесі қалай шешілмек Астанада? Жыл сайын қайталанатын мәселелер, мынау 13-ші магистраль дейді, суға толып қала береді, қар ерсе болды, жаңбыр жауса болды. Өзге де көшелер, Шәмші Қалдаяқовтың мұстан түскен кездегі көше, осы жөнінде айтып берсеңіз. Жалпы біз көктемге дайындалып отырмыз. Өзінің ережесі бар. Сол дайындық, сол ережеге сәйкес өтіп жатыр қазір. Біз қазір түсініп отырмыз, биылғы көктем кішкене басқаша өтетін шығар. Болжам солай, су көбірек болатын шығар. Сондықтан бұл дайындық ерекше өтіп жатыр. Сіз айтқан көшелер бәрі бақылауда. Ливневканың жағдайы, басқа жағдайда, оған көктемде де, күзде де көрдік қой, қай көшелерде проблема болады. Сол көшелер бойынша ерекше жұмыс атқарылып жатыр. Жалпы дайындық бар, келесі мына көктемнің маусымында мына жұмыстар дұрыс өтеді деп өздеріміз жоспарлап және сеніп отырмыз оған. Біз проблемаларымызды білеміз, қай участке қандай проблема, оны да білеміз. Сондықтан дайындық бар. Көбіне қай участкелерде жаңағы тозығы жеткен? Өзіңіз көрдіңіз, биыл мысалы Евразия, мына Евразия магазинінің қасында Петрова көшесінде проблема болды. Мынау балалар сарайының алдында, Момышұлы көшенің алдында болды. Осындай участкілер бір 20 шақты участок бар бізде. Екінші сұрағым жаңа газдандыру мәселесі туралы еді, бірақ әріптесі менің алдымда қойғаннан кейін менің сұрағым өзгерді. Қазір мынау Достық көшесі мен Қабанбай көшесінің қиылысында орналасқан сауда үйі бар ғой, Азия парк деген. Жалпы соның аумағында құрылыс жұмыстары жүргізу мүмкін бе? Мына көлік қоятын орынға тұрғын үй кешені салынады дейді, немесе жаңа сауда үйі кеңейтіледі дейді. Жалпы сондай жоспар бар ма? Және ондай жоспар болса, сол төңірегінде тұратын тұрғын үй кешендерін тұрғындарының келісімі ескеріле ме? Ондай ұсыныс пен әкімшілікке мына сауда орталығының қожайындары шыққан, бірақ ондай шешім мына тұрғындардың келісімсіз болмайды. Сондықтан қазір генпланды біз қарап отырмыз. Жалпы бұл мәселе жеті бочка дейді ғой, соны айтып отырсыз ғой. Солардың тұрғындары оған келіспесе, ондай ешқандай құрылыс болмайды ол алаңда. Жақсы, рахмет. Соны сұрап отырсыз ғой.
Рахмет. 24 кезе Тимур Казагулов. Алаңызда жоқ. Қазправда Юлия Полонская. Пожалуйста. Юлия, мы в прямом эфире, пожалуйста, поторопитесь. Дамир Шайдаров, да, интересант. У меня два вопроса. Первый касается стихийной торговли, которая каждое лето образуется на набережных, в парках столицы. То есть там начинают как читавского мороженого и игрушки всевозможные, которые буквально там с картонок продаются, работают они буквально там пару часов. Регулируется ли это как-то в плане налоговых отчислений, то есть покупают ли они разовый талон эти продавцы на торговле или что-то в этом роде? И как вообще, какое отношение акимата к этому явлению? Стоит ли с этим бороться или контролировать? Или, в принципе, каждый зарабатывает как может и все нормально? Ну, законодательством стихийная торговля не разрешается, поэтому мы стараемся такие точки отрабатывать. Вы прекрасно знаете, например, напротив рынка Шапагат, да, была точка в районе подземного перехода. Жители соседних домов выражали недовольство, потому что действительно эстетический вид не тот, плюс определенные некомфортные условия проживания в том районе были. В этом году мы туда зашли с работами по благоустройству, по ремонту полностью тротуарной сетки, озеленению, плюс отработали порядка 50 торговцев там было стихийных, которые работали всю жизнь там, очень долгое время. Смогли договориться с несколькими рынками, которые приняли их, в том числе рынок Шапагат, и сейчас этой стихийной торговли там нету. Было определенное недовольство, потому что люди привыкли там работать, не платить налоги, но в конечном итоге и условия труда же там очень сложные. Смогли убедить, и мирно, тихо мы эту проблему решили. Также планируем по другим участкам стихийной торговли работу провести. Знаем, вот примерно я понимаю, о чем вы говорите. Наверное, торговля в Ботсаду, да? Торговля На мосту. Да, Отровский мост, да, так называемый. Рейды полиция проводит с другими ответственными госорганами. На время исчезают, потом появляются. Естественно, там никаких прозрачных налоговых платежей, наверное, нету. Поэтому мы планируем в следующем году эту работу продолжить и по основным знаковым объектам тоже убрать объекты стихийной торговли. Это, во-первых, в 21 веке, тем более в столице, неприемлемо. Спасибо. И по велосипедным дорожкам много сделано в этом плане для удобства велосипедистов и так далее. Но часто номинально. Вот, допустим, по улице Ташенова я живу, там каким образом решили вопрос? Просто пешеходный тротуар поделили на две части. Одна часть стала для велосипедов, другая для пешеходов. Это неудобно ни тем, ни другим, постоянно там конфликты между теми и другими. Вот скажите, существуют ли какие-то стандарты, технические регламенты по обустройству велосипедных дорожек? И ну, кто-то ревизию проводит в соответствии. В этом году, насколько я знаю, ну я точно это знаю, по Ташенову прошла работа по благоустройству, да, с обоих сторон, достаточно неплохо смотрится. Плюс по правой стороне дальше перешло в благоустройство Ахпулака, да, оно уходит дальше, ближе к Новой Абае, туда даже уходит. Большая работа проводится, в следующем году полностью будет завершена эта работа. По велосипедным дорожкам порядка 20 километров в год мы новых дорожек стараемся открыть. Есть, естественно, технические нормативы по велосипедным дорожкам, но есть участки, возможно, по Ташенова такой участок, где мы не можем расширить тротуарную дорожку, да, потому что тогда под снос уйдут, под вырубку существующие зеленые насаждения, где-то будет недовольство со стороны жителей, и мы стараемся в рамках существующей ширины тротуара сделать. Не всегда это бывает удобно всем, не всегда все воспринимают, но будем стараться сделать как надо, хорошо? Но Паташенова благоустройство продолжится. Рахмет. Хабар Насам, Дамир Шайдар. Ассаламу алейкум, Мырза. Бірінші сұрақ, су тапшылығы жөнінде орысша жақсы айттыңыз, официально заявляю деп. Расында енді қазақша айта кетсең, расында бізде су тапшылығы болмайды ма алда уақытта? Я қайталайын онда. Маусым айының басында су тапшылығы болды. Күніне бір 25-20 кубометр су жетіспейді.
сол күндері жалпы тұрғындардың наразылығы болды, өздеріңіз жақсы көрдіңіз бәріңіз. Енді сол айдың басында 10 маусымға дейін біз Астана су қоймасынан су тарту желісін бірінші этапын бітірдік, және қалаға 90 мың кубометр суды тарттық. Және сүзбе фильтрлық станцияны құрылыс жұмыстарын бітірдік. Ол қосымша 105 мың кубометр суды қалаға таза суды беруге мүмкіншілігін беріп отыр. Қазір мысалы бізде профицит бар 100 мыңнан астам. Ол мына қаланың өсуіне байланысты, оны санасақ бір 3-4 жылға жететін мүмкіншілік. Оған қосымша 3 жобаны бастайын деп отырмыз келесі жылы. Ол да 2 жылдың ішінде бітеді, толығымен аяқталады құрылыс жұмыстары. Ол 2030 жылға дейін кепілдікті беріп отыр бізге су мәселесі бойынша. Ауыз суды айтамын мен. Осылай. Екінші сұрақ, қаланы қаншалықты жиі аралайсыз? Шеткі аумақтарға барып тұрасыз ба? Мен мына демалыс күндері сенбі жексенбі күні міндетті түрде қаланы аралаймын. Және аптасының ортасында, былай айтқанда аптасына 3 рет қалаға шығамын мен. Және таңертең 7-8 дейін қаланың басқармаларының бастықтарымен, аудандарының әкімдерімен бірге аралаймыз. Шеткі аумақтарға жиі барасыз ба? Иә, барамыз міндетті түрде. Тек қана барғанда сол жерде сол аумақтардың тұрғындарымен кездесіп тұрамыз. Апта сайын, аптасына 2-3 рет. Рахмет. Динара Нұрғалиева, 31-ші арна, бізбен тікелей байланыста. Динара, қайырлы күн. Маржан, рахмет. Әкім Рыза, сәлеметсіз бе? Меня слышно, да? Да, вас слышно. Спасибо, господин Аким, я вас также хочу поздравить с наступающим Новым годом. И вот в преддверии новогодних праздников сейчас в чатах жителей столицы расходятся сообщения о штрафах за салюты. Можно ли узнать, Акимат совместно с управлением полиции, ДЧС проводит ли какие-либо разъяснительные работы по использованию пиротехники? Потому что говорят, что если неправильно не в том месте использовать салюты, последует штраф. Действительно, это так. Есть правила. Например, в час ночи, если начинает кто-то запускать салют или шуметь, даже соседи, вы вызываете, да, полицию, потому что нарушает общественный порядок, покой. Поэтому такие правила есть, и соответствующую работу по предупреждению, разъяснению акиматы совместно с ОСИ, КСК проводят постоянно. В случае нарушения этих правил, конечно, граждане имеют право вызвать полицию. Полиция реагирует, и при необходимости, в случае действительно подтверждения этих нарушений, она штрафует, привлекает к административной ответственности. Это в общем, а вот в части вот новогодних праздников предстоящих, потому что говорят... В части новогодних праздников мы обязательно проводим превентивную работу по разъяснению, каким образом и где можно использовать пиротехнику. Угу. Это обязательное условие, потому что зачастую, вы знаете, на 1-2 января мы получаем сводки от управления здравоохранения, что по причине неправильно использованной пиротехники получают какие-то травмы, такие-то жители и так далее. Это ежегодно, к сожалению, происходит, поэтому мы в обязательном порядке эту работу разъяснительно проводим. Динара, кешеде, Жинис Махмудович, Жинис Махмудович, мой второй вопрос касается вот облика столицы, да, дизайн-код. Поправьте, пожалуйста, насколько вот нам известно, КГУ Астана Жарнама начала свою работу. Как эта работа будет продолжена в следующем году? Потому что мы видим то, что, например, на Мангелик-Еле вот почистили, да, вот фасад домов, а где-то еще стоят вот вывески, которые не соответствуют дизайн-коду. Ну, в целом, во-первых, я хотел бы сказать, что в целом жители города и гости города приветствуют эту работу. Вы сами, если живете в подобном доме, где внизу была вот такая достаточно яркая и иногда зачастую неуместная реклама, или требует, чтобы город привел в порядок фасады их домов. В целом хочу сказать, что и предприниматели правильно этот вопрос понимают. На встрече последней на площадке Атамикена предприниматели мне задевали эти вопросы, что не всегда они успевают в те сроки, обозначенные акиматом района и Астана Жарнама, изменить
облик их какого-то объекта, и мы идем навстречу, друг друга понимаем, эта работа продолжается. Поэтому могу сказать, что порядка 400 домов сегодня уже подверглись различным видам изменений, связанных унификации вот рекламных вывесок, наружного освещения, и эта работа обязательно будет продолжена. Мы хотели бы, чтобы все-таки к концу следующего года облик, особенно в этой части, значительно и реально изменился. Большая работа проведена по Бауржан-Момышлы, вы помните, это прям кричащая улица была. Там эту работу Астана Жарнама с акиматом продолжает. По республике с обоих сторон и район Байконур, и район Сарыарка эту работу продолжает, по Победе, по Мира, по Мэнгликель, по всем улицам эта работа продолжается. Рахмет, и можно вот в этом вопросе еще одно уточнение? Какие-либо штрафы за несоблюдение сроков для предпринимателей, да, для бизнеса, также не будут предусмотрены на следующий год? Ну, здесь я хотел бы сказать откровенно, есть определенные пробелы у нас в нормативных актах по наружной рекламе, поэтому некоторые предприниматели, ссылаясь на это, задерживают изменения или там, задерживают работы, связанные с изменением наружной рекламы. Эти изменения в нормативные акты мы сейчас с Маслихатом принимаем, плюс вносятся изменения в закон о статусе столицы, там тоже будут нормы по наружной рекламе столицы. Поэтому после принятия этих нормативных актов, конечно, будут уже как бы нормы, связанные со штрафами, наказаниями. Сегодня мы это делаем в добровольном порядке, и предприниматели слышат нас, мы их слышим, и у нас получается договариваться и решать эти вопросы совместно. Следующий вопрос направила Тамара Валь, власть КИЗ. Женис Махмутович, в декабре 2022 года судебная коллегия по административным делам города Астана обязала акимат установить водоохранные зоны и полосы на участке номер 7. В июле судебная коллегия уже Верховного суда признала незаконным бездействие акимата, который не установил водоохранные зоны и полосы на группе озер Малый Талдыкөл, обязав акимат города установить их в трехмесячный срок. Почему водоохранные зоны до сих пор не установлены? Решение акимата вышло, сейчас находится на регистрации в Минюсте. Буквально на следующей неделе оно официально появится на сайте акимата. Рахмет. Серік Жолдасбай, Алаш Орда. Тікелей байланыста. Серік Мырза, қайырлы күн. Қайырлы күн. Сұрақтарыңыз? Қайырлы күн. Гепарк құрылыс компаниясына ақша салып, үйін ала алмай жүрген азаматтар көп. Салымшылардың мәселесін әкімшілік жалпы қалай шешіп жатыр? Қайырлы күн. Сұрағыңыз өте орынды. Жалпы Гепарк компаниясы қазір қалада 12 объекте құрылыс жұмыстарын атқарып отыр. Расында компания бойынша биыл әртүрлі проблемалар туындады. Бірақ бұл әрбір тұрғын үй объект бойынша қаланың әкімшілігі бұл мәселені ерекше бақылауда ұстап отыр. Біз жағдайды жақсы білеміз, бақылауда ұстап отырмыз. Және міндетті түрде Гепарк компаниясы осы 12 объектті толығымен салып, және кілттерін береді үлескерлерге. Жақсы. Екінші сұрақ, биыл Астана қаласында... Және рұқсат берсеңіз, Гепарк компаниясына жаңа құрылыс объектілеріне салуға тыйым салынды. Мыналарды алдыңғы 12 объекті бітірмей, жаңа құрылысты бастамайды. Келесі сұрағыңыз. Жақсы. Екінші сұрақ, биыл Астана қаласында бірінші сыныпқа баратын оқушылардың 40% орыс сыныбын таңдаған. Жалпы Астана қаласының халқы 80%-ның қазақтар құрайды. Солай бола тұра оқушылардың тең жартысы орыс сыныбын таңдауы әкім ретінде сізді алаңдата ма, алаңдатпай ма? Мен сізге қысқаша жауап беремін. Жалпы бұл жағдай өзгеріп жатыр. Мысалы, былтыр 2 жыл, 3 жыл бұрын мына сіз айтқан пайыз төмен болып жатыр. Жыл сайын қазақ мектебіне және қазақ кластарына баратын балалардың саны өсіп жатыр. Және мына мен айттым ғой, 80-ден астам жаңа мектептер салынып отыр деп. Олардың бір 70-80% қазақ мектептері. Мысалы, ата-аналарды балалардың қазақ сыныбына беру үшін, мысалы,
ынталандыру керек шығар, қазақ балаларыңыз қазақ мектебіне беріңіз деген сияқты әртүрлі акциялар ұйымдастыру керек шығар. Бұл мәселе бойынша жауапты басқарма жұмысын атқарып отыр. Сондықтан оң динамика бар. Айтып отырым, керек болса ресми түрде сізге ақпаратты берем. Қанша бала былтыр, қанша бала 2021-2023 жылы қазақ мектептеріне барған. Оң динамика бар, жағдай өзгеріп отыр. Рахмет. Рахмет. Рахмет, Серік Мырза, сау болыңыз. Олс Медиа, Тимур Ниталиев. Тимур, добрый день. Добрый день, меня слышно? Да, вас слышно. Я прошу прощения. Добрый день, у меня два вопроса. Первый вопрос. Как вы считаете, что делать с перенаселенностью в столице? Понятно, что город не резиновый, но что делать с потоком казахстанцев, которые стремятся в Астану, потому что там есть работа, комфортное жилье, возможность лечиться, учиться? Вы допускаете, что все-таки переезд в Астану из регионов могут как-то ограничить или закрыть? Ну, мы унитарное государство, таких вопросов мы не можем задавать, закрыть въезд в столицу. Поэтому это столица для всех казахстанцев, и они имеют право сюда приехать. Это, я думаю, ну, вот единственный ответ может быть такой. Теперь другой вопрос, готовность инфраструктуры нашей столицы к подобной миграции. Действительно, есть определенное отставание от темпов миграции и коммунальной инженерной инфраструктуры, и социальной инфраструктуры. Поэтому принимаются сейчас соответствующие меры, как уже говорилось, строительство такого большого количества и школ, и медицинских объектов, детских дошкольных образовательных объектов. Сегодня практически все вопросы вокруг этой проблематики были, а также вопросов, связанных со строительством и эксплуатацией объектов жизнеобеспечения. Тепло, вода, электричество и так далее. Поэтому мы форсированно пытаемся решить эти вопросы. Теперь, конечно же, если в регионах других будет создаваться большое количество постоянных рабочих мест с высокой заработной платой, определенные изменения в миграции произойдут. Но я вам хотел бы сказать, что если, предположим, 60-70 тысяч человек появляются новых жителей города ежегодно, из них 35 тысяч – это естественный прирост уже. Это, например, если 6-7 лет назад у нас в городе рождалось 25 тысяч детей, в этом году уже более 33 тысяч детей. Мы ожидаем, что до 35. То есть это уже естественный прирост. У нас самый молодой, один из самых молодых городов в стране, средний возраст порядка 30 лет. Спасибо. Второй вопрос. Вот одна из главных проблем города – это ливневая канализация. Ливневая канализация. Возможно ли построить ливневку уже в готовом городе? Или оснащение обречено вечно тонуть на улицах во время летних дождей? Как вообще обстоят дела в этом направлении? Спасибо. Ну, надо очень объективно к этому вопросу подходить. Вы помните, лет 6-7 лет назад, ну, может быть, сейчас вот век интернета еще более доступна стала информация по любой точной проблеме. Тогда порядка 200 проблемных объектов по ливневной канализации в городе было. Ежегодно количество таких участков в городе сокращается. Мы сейчас держим на контроле порядка 20 таких участков проблемных, и по ним ведутся активные работы. Эти участки будут частично в этом году, они уже ликвидированы, частично в следующем году, но с учетом строительства города активного появляются новые участки. Но в целом я хочу сказать, что ситуация по ливневой канализации, которая была 7-8 лет назад, и сегодня ее сравнивать нельзя, большая работа проведена. Угу. Спасибо, Тимур, за вопросы. Азаттык радиосы, Дархан Өмірбек. Дархан Мырза, қош келдіңіз. Кезек өзіңізде. Қайырлы күн, Жеңіс Махмұдұлы. Жаңа сіз кептеліспен күрес туралы айтып кеттіңіз. Оның бірі жаңа тәуелсіз көшесінде көпір және ЛРТ. Мен тағы бір сұрақ қойғым келгені, мына қала үлкейіп жатыр, кептелістің күшейгені түсінікті, бірақ соның бір бөлігі бір жасанды түрде жасалып жатқан секілді. Мысалы, таңғы және кешкі уақытта Мәңгілік, Тұран және Қабанбай көшелерінде бағдаршам көбірек жанатты. Ол көшелерде жаңа тоқтатпауға тырысады қала, оны түсінікті. Бірақ мынау үлкен көшелерде көлік кептелісіне қарамастан қиылысты жауып тастау мәдениеті қатты сынып кеткен өкінішке қарай. Шағын көшелердегі көліктер жүре алмайды. Яғни олар жасыл жанса да, мысалы сіз бірінші болып тұрсыз, ұшақ машина тұр, бірақ кептел көшеден өте алмайсыз. Себебі үлкен көшелердегі жүргізушілер
алды жабық болғанына қарамастан қиылысқа кіріп алады, сосын жүрмейді, содан кептеліс былай жасанды түрде ұлғайып кетеді. Вафли дейді, жаңа торды бір салып қойды, бірақ оның жұмыс істеп жатқаны шамалы, оның үстіне ол екі айдан кейін өшіп кетеді. Бұрын мұндай жағдайда жол көлік полицейлер шығып қолмен реттеп жататын, ол да жоқ. Былай қарағанда полиция бір начок жіберіп отқан сияқты да әрекетсіздік танытып отқан сияқты. Сосын обочниктер мәселесі бар, бұл енді ағартумен шешілді ме білмеймін. Осындай мәселелерде былай қала әкімшілігі проблеманың басқа да шешу жолдарын қарастырып көрмей ме? Иә, шешу жолдар бар. Арнайы компания қазір осы мәселені зерттеп отыр. Келе жатқан 2-3 айдың ішінде біз мына көлік саласындағы стратегияны мына жұртшылыққа көрсетеміз және оның мына кептеліс мәселесін шешуін жолдарын. Ол оның ішінде ақылы мына тұрақтар бар, стоянкаларымыз дейміз. Сосын мына қоғамдық көлік. Мысалы, бүгін біз көшелерді кеңейтіп, көпірлерді көп салсақ, теріс мына халық машиналарын алады. Қоғамдық көлікпен жүрмейді. Ондай да мәселе бар. Сондықтан сіз айтқан мәселелерің өте дұрыс. Оны мен сізге мына 2-3 айдың ішінде нақты қандай жолдармен болашақта келе жатқан 5 жылдың ішінде қандай жұмыстарды атқарамыз деп айта аламын. Абылай қазір мысалы біз түсініп отырмыз, мына өзеннің мына жағынан екінші жағына өту үшін көпірлер керек. Мына кептелістің көбісі мына үлкен жолдарда, мына көпірге баратын жолдар. Мәңгілік ел болсын, Тұран болсын, Қабанбай батыр, бәрі мына көпірге баратын жол. Қаланың бір шетінен екінші шетіне баратын бағыттар ғой бәрі. Мен айтып отқан жол ережесін бұзу, жол ережесінде жазылған егер жасыл жанып тұрса да кептеліс болып тұрса, онда қиылысқа кіруге болмайды. Бірақ оны Астанада жол жүргізушілерін жаппай бұзады да полиция көз жұмып отыр. Ешқандай әрекет қабылданбайды. Жоқ, мен онымен келіспеймін, Дархан мырза. Жалпы қалада мына сергек системасы жұмыс істеп отыр. Видеонаблюдение бар. Күнде мынау айыппұл төлеуге қағаздар келеді кісілерге. Ол мынау ережесін бұзса бәрібір ол видеоға түседі қазір. Заман солай қазір. Бірақ әсер көрмейді. Келесі сұрақ қояйын. Біз былтыр алдыңғы жылдары қойылған еді, мына президент айтқан бейбіт жиындар бұрынғыдай рұқсат алу емес, жариялау, хабарлау түрінде болады деді де. Бірақ іс жүзінде әлі де сол мақұлдау жүйесі қалып отқанын көріп отырмыз. Енді былтыр сіз бәрі заң аясында деп жауап бердіңіз, қазір де соны қайталайтын боларсыз. Мен басқаша қойғым келеді. Бейбіт жиын өткізуге биыл қанша өтініш түсті әкімдікке және оның нешеуінде мақұлданды, нешеуінде мақұлданбады? Нақты цифрды қазір айтпаймын, бірақ өте көп түсті. 3-тен 1-іне рұқсат берілді. Нақты цифрды 1000-ға жуық солай. Жазбаша жауап берсеңіз болады ма? Иә, жазбаша беремін. Сұрақ. Азаттық радиосына сұхбат бересіз бе? Біз сұрап жүргеніміз көп болды. Жалпы сіз білесіз, мен ондай сұхбаттарға жабық емеспін. Көп сұхбат бердім. Биыл бір 10 шақты сұхбат бердім әртүрлі каналдарға. Кестеге байланысты пресс-службаға мен тапсырма беремін, сіздермен сөйлеседі. Рахмет. Рахмет. Мадина Жатқанбаева, журналист зерттеу бюросы Хакмедиа. Мадина ханым. Саламатсыз ба, алдында Байқоңыр ауданында сізбен бірге жиын болған уақытта Стройкласс жаңа құрылыс компаниясының салған үй туралы, Азия плюс үй туралы сізге сұрақ көтерген едік. Ол Нәжімеденова 16-шы Б-да орналасқан. Бұл жердегі жаңағы подъездің сыртқа шығатын есіктері жоқтығы, паркинг арқылы сол жердің тұрғындары сол жерден шығатын туралы, сол жерде көптеген заңсыздық орын алған туралы сізге көтерген едік. Ол былтыр болған. Бірақ сіз бұны қолға аламыз, шешеміз. Бұл жерде сотқа ол кісілер жүгінген, сізге өтініш түсірген, ол кісілерді қабылдауына сұранған. Бірақ сіз бүгінгі күнге дейін бір жыл көлемінде ол кісілерді қабылдамапсыз. Көтерілген сұрақты бүгінгі күнге дейін шешкен емессіз. Енді жағдай олай емес, ол мүмкін емес. Бір жылдың ішінде ондай сұрақ болса, біз жауапты береміз және уәде берген бақылауда ұстайтын нысан болса, оны тексереміз. Бүгін түстен кейін бізде 3:30-дан басталып, тұрғындардың қабылдауы болады. Соған сізді керек болса, сол үйдің белсенділерін мен қабылдауға дайынмын. Жақсы. Менің әріптестерім сол кездесуде болады, оны онлайн режимде өтеді. Толығымен ақпаратты және жауаптарды беруге дайынмын. Жақсы, енді екінші сұрағыма көшейін.
Өзіңіз білесіз, сіздің жаңағы әкеңіз Махмұт Қасымбек экс-президенттің жанында осы талай жылдай, 20 жылға жуық жанында жұмыс атқарып келді, лауазымда болды. Осы жолы асқа келмеген себебін айтасыз ба, ол кісі ауырып қалды ма, әлде сіздің нау жұмысыңызға байланысты саяси тұрғыда келмеді ма? Ол жұмысты, ол сұрақты сол кісіге қойыңыз. Өзінен сұраңыз. Мен сол кісінің, сол кісі үшін мен қалай жауапты берем. Өзіңіз сұраңыз сол кісіден. Жақсы, рахмет. Рахмет, Мадина ханым. Стан кезет, Азамат Серхан. Қазақстан ұлттық арнасы, жақындасаңыз болады. Қайырлы күн. Күні кеше Алматы қаласының әкімі Ерболат Досаев осы брифингті айтқан еді. Әкімдік өзі туралы теріс пікірі жазғандарға зерттеу жүргізу үшін арнайы қаржы бөлетіні туралы. Мұны барлық әкімдігі жасайды деп айтты. Енді өздері туралы теріс пікір жазғандарға мониторинг жүргізіліп, мемлекеттік сатып алулар сайтында ресми есеп түрінде жарияланатынын мәлімдеді. Сіздің де өзіңіздің әкім ретіндегі жұмысыңызды білу үшін мониторинг жүргізіп отырасыз ба? Бұны барлық әкімдер жасайды деді. Жалпы бізде мына ішкі саясат бөлімі жалпы мониторингті өткізеді. Жалпы СМИ-лардың бәрін, интернетте болған ақпараттың бәрін, ол маған байланысты емес, мен орынбасарларға, басқаларға жалпы әкімшілік туралы ой-пікір қалай, қандай мәселелер шешілмейді, кімді қай проблеманы ұмыт кеттік, қай проблеманы қазір көтеріп, тездетіп шешу керек. Осы мәселелерді тек қана қараймыз. Жалпы мен туралы, мен орынбасарым туралы, аудан әкімдер туралы ешқандай зерттеу жоқ бізде. Рахмет. Екінші сұрағым, жаңа әріптесім қойып еді, соның жалғасы ретінде қойын. Қараша айында коммуналдық техникалар қар жаумаса да қар асфальтты қырғылап тазалап жүргені туралы видео жарияланды әлеуметтік желіде. Қала тұрғындары бұған наразылығын білдірді, бюджет қаржысын текке құрту деп. Қазір кесінше енді көше қараларын тазалап үлгермей жатыр деген шағым көбейді. Халықтың осы шағымына қатысты не айтасыз, не үшін олай жасалды, бюджет қаржысын игеру үшін бе? Онымен мен келіспейм, қазір өзіңіз көріп тұрсыздар, далада 1,5 мың дана техника жұмыс істеп жатыр. Жалпы керек кезде қосымша біз құрылыс компаниялардан техниканы қосымша аламыз. Абылай қазір жетіп жатыр және соңғы 2-3 күннің ішінде мына коммуналдық мекемелердің жұмысшылары, қарапайым жұмысшылары үлкен жұмысты атқарып жатыр. Күні түні оларға ризашылығымды мен біріншіден білдіремін және жалпы жұмыс өз ретімен дұрыс өтіп жатыр деп қазір ресми түрде айта аламын. Жалпы күнде мына 109-ға звондайтын азаматтар бар, Фейсбукқа, интернетке, басқа жаққа, басқа мына әлеуметтік желілерге. Жалпы халықта осы мәселе бойынша, осы аптада қар бойынша үлкен наразылық жоқ. Нақты бір учаскелер болса, ол түсінікті мәселелер, аудан әкімдер сол нақты учаскелер бойынша жұмысты атқарып жатыр. Жалпы қала бойынша жағдай дұрыс. Енді сіз айтқан қараша айында техника болды деп, ол видеоны мен де көрдім. Грейдер Нәжімеденов көшесі ма, сол көшесінің бойынан өтіп жатыр деп. Ол Астана тазалық компаниясының басшылықтың түсіндірме бойынша прибордюрка дейміз ғой, сол жерде мұз пайда болған, сол мұзды алып жатыр деп. Бірақ бәрібір сол бригаданың басшылары және Астана тазалықтың басшылары сөгіс алды. Яғни ешқандай да бюджет қаржысы неге үшін емес? Ондай мәселе жоқ. Мен алдында айттым, 2 миллиардтан астам қаражат үнемделді. Рахмет. 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 Қазақстан ұлттық арнасы. Саламатсыз. Осы өткен жазда президент Астананы дамытуға арналған кеңесте сізге өте үлкен қатаң тапсырма берді. Осы оның негізгісі жаңағы су жылу мәселесіне қатысты болатын. Және сізге айтты, командаңызбен ешқайда осы жұмыстарды атқармайды, тіпті еңбек демалысына да шықпайсыз деді. Жаңа сіздің осы күзде берген, сіз жаз бойы жұмыс істедіңіз, біз журналистер бақылап отырамыз, күзде берген есебіңізде жаңағы жылу мен суға қатысты дефицит, профицит деңгейіне көтерілді деген дерек айттыңыз. Бұл өте жақсы жұмыс. Қазақ айтады, қыс шанаңыз жаз сайла дейді. Демек, жазда сіз командаңызбен жақсы жұмыс істегеніңіздің нәтижесі, оны жаңағы баяндамаңыздағы көп нәрселерден аңғардық.
Мен енді кілең әкімдерге мынау шаруашылық емес, қар бүгін күреледі, болмаса ертең күреледі деген. Астананың рухани келбеті деген мәселе бар. Біз оны шаруашылықпен қатар Астананың рухани келбетін ешқашан ұмытпауымыз керек. Анау әуежайдан түскен шетелдік мейман, или өзіміздің бауырлар, мынау қазақ елінің астанасы дегендей бір таң тамаша қалатын, болашақта тағы да осы архитектуралық енді Астанада баршылық қой, ансамбльдер салыну жүзеге асырыла ма? Сосын негізгі сұрақ, алда үлкен сізге сын келе жатыр, ол енді ел үшін бәріне үлкен ұлттық көшпенділер ойын өтеді осы Астанада. Соған дайындық жағдай қалай? Рахмет аға, расында жазда үлкен жұмыс атқарылды, жалпы қалада. Ол көптеген әріптестерінің жұмыстары, жылыту маусымға дайындық бар, оны қазір ресми түрде айталам. Енді келесі мәселе рухани жағы. Расында Астана қаласы ол еліміздің келбеті ғой. Өзіңіз дұрыс айтасыз, аэропорт болсын, басқа жақтан қонақтар келеді, шетелдік қонақтар түсіну керек, Астана қазақ елінің, қазақ мемлекетінің астанасы деп. Сондықтан көптеген әртүрлі шаралар осы жағынан өтеді. Соның ішінде сіз айтқан 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындар. Келесі жылы осы ойындарға 100-ден астам әртүрлі делегация келейін деп отыр, 100 мемлекеттің. 4000-ден астам спортшылар келеді. Енді бір жағынан қалаға үлкен сенім, екінші жағынан үлкен жауапкершілік. Сондықтан біз жарты жыл бұрын дайындықты бастап кеттік. Министрлікпен, тиісті министрлікпен бірге көптеген спорт нысандары, инфрақұрылымы жөндеу және құрылыс жұмыстарынан өтетін болады және толығымен шілде айға дейін толығымен дайын болады. Ол тек қана спорт нысандары емес, көшелер, жалпы абаттандыру, көгалдандыру, басқа да жұмыстар. Енді бұл ойын тек қана спортшыларды көрсетпей, мына қонақтарға жалпы Қазақстанның астанасын көрсетеді ғой. Біздің дәстүрлерімізді, біздің мәдениетімізді, сондықтан жан-жақтан біз бұл шараға дайындалып отырмыз. Осылай аға. Сәттілік. Рахмет. Рахмет. Ержан Райханов, Басагра. Здравствуйте, Женс Махмудович. В Астане ежегодно растет количество людей, рождаются дети. В связи с этим, как на данный момент решается вопрос с переполненностью перинатальных центров, роддомов? Не случится ли такого, что будущим мамам попросту негде будет рожать или рожать своих детей, или мамам придется планировать как-то свою беременность, чтобы попасть в роддом? Действительно, рождаемость высокая в Астане, только что мы озвучивали цифры, 33-35 тысяч в год, молодой город. Поэтому мы планируем строительство двух перинатальных центров. Этот вопрос дважды поднимался на двух последних совещаниях с участием главы государства по развитию столицы. Глава государства дал очень конкретные нам поручения. Один перинатальный центр мы будем строить с фондом «Самрук-Казна». Проект практически по нему готов, на 250 коек. Он будет строиться в Сарыаркинском районе в сторону жилого массива «Коктем-1». Второй перинатальный центр мы сейчас тоже проектные работы по нему завершим, также на 250 коек. По нему строительные работы также мы планируем, что сможем начать в конце следующего года. Второй перинатальный объект мы планируем построить совместно с инвестором, который хочет подарить городу современный медицинский центр, который будет, я думаю, одним из лучших перинатальных центров по стране. Таким образом, два таких объекта будут построены в ближайшие 2,5-3 года. Спасибо. Мой следующий вопрос. Глава государства сказал, что Астана должна стать городом-садом. Но город, в принципе, не зеленый. Когда мы достигнем видимых результатов в плане озеленения Астаны, можете назвать точные, может быть, какие-то сроки, когда Астана станет зеленой? Например, вы едете по улице Туран, да, вот от гостиницы «Рэдисон», съезжаете с моста в сторону Ханшатара. С двух сторон вы видите трехрядную высадку, да,
различных деревьев, и достаточно густо, хорошо это смотрится. Это высадка 15-летней давности. Понятно, да? Сейчас по новым районам, Мыңжылдық, Жағалау, в сторону Айтматова, в сторону по Кургальджинской трассе, это основные массивы, где идет интенсивная застройка, где сегодня появляется большое количество людей, социальных, других объектов. Там активно мы ведем высадку зеленых насаждений. Вы можете проехать по Айтматова. Большие работы проведены по всем практически улицам. По Мыңжылдық, начиная от Каздрамтеатра до вокзала Нуржола, мы в течение 2 лет планируем полностью процесс озеленения завершить. Но потом необходимо ухаживать, следить за этим. Я думаю, первые мы результаты увидим буквально ближайшие 4-5-6 лет. То есть именно по новым высадкам. Но в то же время же высаживалось и в прошлом, позапрошлом году. Поэтому мы за всеми этими объектами, за всеми этими деревьями будем следить и следим. Ежегодно будет улучшаться облик города. Ежегодно. Я думаю, следующую весну мы увидим уже и плоды прошлогодней работы. Очень большой вопрос – это полив. Большие ресурсы мы тратим сейчас на автополив. Капельное орошение и так далее. Вся эта работа происходит на глазах у жителей. Я думаю, уже в следующем году первые результаты вы увидите. То есть мы можем назвать, что через 6 лет Астана станет зеленым и красивым городом. Я могу точечно сказать, где мы что делаем. Пожалуйста, улица Сатпаева, да, в районе Евразии. Посмотрите, в этом году мы прошли там озеленением и благоустройством. Можете пройтись очень комфортно. Такую же работу практически проводим по Ташеново, по Бараево, по всем улицам. Посмотрите. Спасибо. Спасибо. Тенгри Ньюс, Рабига Дюсенгулова. Рабига. Рабига вышла, видимо. Жбекжола, Бахтияр Таркеев. Жбекжола, жок. Атамекен бизнес, Сумбат Серкызы. Атамекен бизнес, Мурат Жакеев. Казахстан дәуірі, Ерғазы Сейтхали, бізбен тікелей байланыста. Ерғазы, қайырлы күн, байланыстасыз ба? Мурат Жакеев өз сауалын жолдапты. Жители Астаны жалуются на то, что в часы пик, особенно в 6 вечера, невозможно доехать домой на автобусе, транспорт полностью переполнен, и астанчанам приходится в мороз ждать автобус. Общественный транспорт ездит часто, но попасть внутрь в салон практически невозможно. Особенно это касается маршрута номер 50 и 56. Почему акимат не решает эту проблему? Она длится уже несколько лет, и все об этом знают, говорят жители. Вы несколько раз сегодня сказали об этом. Ксхан сухак косармыз болса. Единственное добавлю, действительно, весной выходило каждое утро в рейс порядка 800-900 автобусов, необходимость 1500. В этом году мы 400 автобусов приобрели, из них 300 пришло, это вместе с частными автопарками, 100 еще придет, на следующий год еще 300 запланирован. Город растет, ежегодно будем эту работу продолжать. Количество автобусов будет увеличиваться и, соответственно, уровень комфорта, сервиса улучшаться. Рахмет. Екінші сұрағы. Вчера в Астане произошла утечка в теплосетях, снизилось давление теплоносителя. А некоторых жителей в домовых чатах предупредили о возможном отключении отопления. Как обстоит сейчас ситуация с теплоснабжением в городе и могут ли грозить Астане внезапные технологические сбои? Был незначительный порыв на одной из теплосетей магистральных. В 11:50 произошло, в 12:25 через буквально 35 минут это было локализовано. Была небольшая потеря давления в сети, за счет этого, возможно, в некоторых домах конкретных незначительное изменение температуры произошло, но было очень быстро локализовано, переподключено. Поэтому это технический порыв, мы не считаем это аварией. Такое происходит при резком изменении температуры. Рахмет. Атамекен бизнес арнасы Сымбат Серікқызы, кешірім сұраймын, бізбен Зум арқылы байланыста екен. Сымбат, қайырлы күн. Сұрағыңыз бар ма? Үркер шағын ауданының қасында кәріз тазарту станциялары бар екенін білеміз. Осыған байланысты тұрғындар әсіресе жаздың күні терезені ашып дұрыс тұрғызбау мүмкін емес екенін айтады. Енді бұл жерге тағы да жаңа кәріз тазарту станциясы салынғалы жатыр.
қазан айының соңында қателеспесем мемлекеттік сараптаманың қорытындысы шығу керек болған. Қорытынды қандай болды және де тұрғындардың пікірі ескерілмеді ме? Өйткені олар сол жаңалық шыққалы бері кәріз тазарту станциясының салынуына наразы. Жағдай басқаша. Расында жобалау жұмыстары өтіп атыр. Сараптамаға әлі беруге ерте. Ол тек қана келесі жылдың соңында сараптамадан шығады. Ол дайын емес. Қосымша зерттеу жұмыстары тағы да бір жарты жылға созылатын түрі бар. Сондықтан тек қана келесі жылдың соңында жобалау құжаттары дайын болады. Сондықтан құрылыс қазір басталмайды. Және мына үркер мына ауылының тұрғындарының талаптарын біз жақсы білеміз. Ол кісілермен мен бірнеше рет кездескем. Белсенді азаматтардың бәрін, сол ауылдың бәрін білем, олар мен білет жақсы. Және мына жаңа генпланда мына кәріз станциясын орналасу орнын біз өзгертіп отырмыз және қосымша 3,5 шақырымға ауылдан қашыққа кететін түр бар. Солай болады. Жалпы мына жаңа генпланда сондай ұсыныс бар. Ол бұрын, мысалы, бұрынғы орын ауылдан 1 километр болатын, қазір қосымша 3,5, 4,5, 5 шақырымда болады сол ауылдан. Келесі сұрағым, жылы аялдамалардың санын көбейту жоспарда бар ма? Қазір қалада 200-ден астам, 225-230 осында жылы аялдамалар бар. Және жыл сайын 50 осындай аялдама қосылып атыр. Келесі жылға да біз жоспарлап отырмыз. 50-ден көбірек болатын шығар. Бәрі де бюджеттің мүмкіншілігі болса, 100-ге дейін көбейтеміз. Рахмет. Рабиға Дүйсенгулова вернулась. Пожалуйста, Рабиға. Здравствуйте. Здравствуйте, Женис Махмудович. У меня вопрос по пробкам. Я знаю, что его уже задавали не раз, но все же астанчане сейчас чувствуют, как ситуация на дорогах ухудшается. Станет ли наш город таким же, как Алматы, таким же пробочным, проблемным? Ну, есть вопросы, особенно мы понимаем в часы пик, да, 8 утра, в обеденное, вечернее время. Поэтому сейчас в новом генплане мы максимально стараемся новые объекты притяжения, спортивные объекты, школы, уже не размещать в той части города, где есть пробки. Плюс пытаемся максимально учесть ежегодные внутригородские миграционные процессы со спальных районов в рабочие районы и обратно. Исходя из этого, планируем дорожно-транспортную сеть. Я до этого вот радио Азаттық спрашивал, я ответил на вопрос, что сейчас специализированная компания у нас проводит соответствующую работу. Эта компания имела опыт работы во многих крупных городах и решала транспортные проблемы. Мы планируем, что в ближайшие 2-3 месяца сможем горожанам представить новую стратегию транспортную, где будет конкретно показано, какие улицы будем удлинять, расширять, какие мосты, где конкретно в ближайшие 5-10 лет должны мы построить, где будет дополнительно у нас автобус баслайны, мы будем их продлять. На следующий год планируем на 30% увеличить протяженность баслайнов для общественного транспорта. Часть улиц будет односторонней. Эту программу мы тоже подготовим и через 2-3 месяца начнем презентовывать для населения. Без согласования с общественностью города такой документ, естественно, не будет принят. Спасибо. Мой второй вопрос. Возможно, вы слышали о такой негласной конкуренции между астанчанами и алматинцами, чей город лучше. И алматинцы говорят, что у них есть какая-то душа у города. А вот астанчане холодные, трудоголики, и город вообще холодный. Что вы можете ответить этим алматинцам и, возможно, поддержать астанчан, которые любят свой город? Ну, это достаточно все условно. Я считаю, что наш город очень комфортабельный, красивый. Есть свои проблемы. Астанчане их активно поднимают. Вместе с горожанами мы пытаемся решить эти проблемы. Считаю, что у Астаны тоже есть своя душа. Тоже очень хороший, комфортабельный и очень, самое главное, дружелюбный город. Это, возможно, наша особенность. Спасибо. Да. Спасибо. КТК телеарнасы Айганым Достанбаева, Женя Евгений Дубинский.
Қайырлы күн. Менде Жипар компаниясына қатысты нақтылау сұрағы болып тұр. Жаңа ғана сіз айтып оттыңыз, әкімдіктің біз бақылауына алғанбыз ол компанияны деп. Дегенмен де, жалпы сіз әкім ретінде қалай ойлайсыз, осы уақытқа дейін жаңағы үлескерлердің мәселесі бар бұл бір. Екіншіден, ол кісілердің тапсырған құрылыс нысандарындағы жылу мәселесі бұл екінші мәселе. Сіз бұл лайықты жаза ма сіздің ойыңызша? Құрылыстарды салуға жаңағы шектеу қою. Жалпы қазір қалада 10 миллионнан астам шаршы метр тұрғын үй салынып отыр. 10 миллион 400 мың өте көп. Жылына 3,5-4 миллион шаршы метр беріліп отыр. Түсініп отырым, құрылыс саласы ол біздің экономикамыздың негізі. Ол жерде жұмыс істейтін халықтың 5-тен 1-і сол салада жұмыс істеп отыр. Сосын қалаға түсетін салықтар да, кірістер де сол жақтан. Сондықтан құрылысты тоқтатуға мүмкіншілік жоқ, оны рас айту керек. Бірақ ол құрылыс заңға сәйкес өту керек. Үлескерлер пайда болса, азаматтардан қаражатты компаниялар алса, уақытымен, келісім шартқа келіскен уақытымен ол нысандар тапсырылып, және үйдің кілттері берілуі қажет. Солай ба? Бірақ сіз айтқан компания бойынша 12 осындай жоба бар. Оның әрбірі ерекше бақылауда. Аудан әкімдері, ГАСК болсын өзім, жұма сайын осы үйлер бойынша жиналыстарды өткізем, және өзім барам ол нысандарға. Ол бір. Міндетті түрде 12 нысанда бәрі салынып, толығымен іске қосылатын жағдай бар. Бірақ мен түсінем, 1-2 жылға ол созылып отыр. Ондай проблема бар, ол компанияның қазіргі жағдайы. Бірақ компания мүмкіншілік қазір кішкене құрылыстың темптарын күшейтіп отыр, және біз көріп отырмыз, ол компания толығымен міндеттерін берген уәделерін бәрін толығымен орындайды. Екінші мәселе, сіз айтып отырсыз, берілген үйлерде проблемалар бар деп. Соның ішінде сіз мен түсініп отырмын, ол Мадрид 2 ма? Мадрид 1, бұлтыр сол тұрғын үйдің кешендері бізге телеарнаға хабарласқан болатын, қыс бойы жаңағы жылудың мәселесін көтерді. Енді міне биыл Мадрид 2, міне күні кеше ғана біз халықтың жағдайын өз көзімізбен көріп келдік, онда да жылу өте мардымсыз. Ол үйдің кілттерін үлескерлерге компания осы жылы күзде берді, жөндеу ремонт жұмыстарын бастап кетсін деп. Жалпы қала үйге дейін бәрін, желілердің бәрін тартып, оны беріп отыр. Су болсын, кәріз болсын, электроқуат, жылуды бәріміз беріп отырмыз. Үйлерде тек қана қазір ремонттың кезінде жылу жоқ. Соны көтеріп отыр ғой. Енді компаниямен кездесіп, олар өздер міндеттеме алып отыр. 100 миллион теңге қаражатын бөліп, жетіспейтін жұмыстарды атқарып, оны бітіреді. Енді оларды біз тездетеміз. Кешіріңіз, сөзіңізді бөлейін. Бұл жерде жаңа сіз айтып отырсыз, әкімдік тек қана бақылауда ұстап отыр деп, қандай да бір көлемді мүмкін айыппұл салу керек шығар? Заң бойынша біз оларға айыппұлды сала алмаймыз қазіргі күні. Кеше ғана мен осындай брифингті өзіңіз естідіңіз, көрдіңіз ғой. Заңға өзгерістер енгізіліп отыр, келесі жылдан бастап талаптар басқа болады. Осындай үйлерді салу қиын болады келесі жылдан бастап. Қазір мысалы әкімшілік құрылыс басталғанда орысша айтқанда уведомительная система дейді. Олар бізге уведомление береді, құрылысты бастадық деп. Біз ары қарай мораторий тексеруге, басқа да бәріне тыйым салынған. Енді үйді тапсырғанда да тек қана авторлық бақылау, техникалық бақылау бол. Және мына құрылысшылар өздері, әкімшілік оған кіріспейді. Келесі жылдан бастап бізде үйді қабылдағанда ДЧС бар, өрт сөндірушілер бар, біз бармыз, ГАСК бар, бәріміз бірге кірісіп оны қабылдаймыз. Енді екінші сұрағым, сіз осы лауазымға келген кезде Қарағандыдан ешкімді әкелмеймін деп уәде берген болатынсыз, бірақ қазір Даулат Ешкеев және Халел Әкімжанов сынды азаматтардың Қарағандыдан ауысып осы Астанадан лауазымды қызметтерді иеленгенін білеміз. Сіздің ойыңызша бұл сәйкестік пе? Халел Рахымжанов Қарағандының алдында осы акиматта жұмыс істеген көп жылдар. Оның бәрін тексеруге болады. Тек қана келген кісі сол Ешкеев Даулат болды.
Бұл ешқандай да командалық ауысу емес. Жоқ. Айғаным ханым, сізге кезек жеткені әртестеріңіздің регламентті ұстанғанының арқасында, сол үшін қалған әртестеріңізді құрметтесеңіздер. Пожалуйста, Евгений. Да, добрый день. Евгений Дубинский, телеканал КТК. В нашу редакцию часто стали поступать жалобы от граждан о том, что общежитие и бани начали сбрасывать фекальные воды в, значит, так называемые накопительные озера, которые непосредственно впадают в реку Исиль. В том числе сбрасывают вот эти нечистоты и в реку Ак-Булак. При этом жители как бы обращаются в экологическую полицию, но там отвечают, что ее расформировали, и только один инспектор. Вот не могли бы вы ответить на этот вопрос, как быть в этой ситуации? Конкретно по Ак-Булаку такая проблема существует. Вы знаете, что там большие работы в этом году начаты с двух сторон по обустройству, да, благоустройству, озеленению, плюс по очистке русла Ак-Булака в этом году работы начаты. Осенью мы провели тотальную проверку вместе с экологами. Действительно выявлены такие факты, когда всевозможные объекты, расположенные вдоль русла, пытались или сбрасывают свои отходы, воду грязную и так далее, в речку без фильтрации, без очистки и так далее. Поэтому принято решение, во-первых, по этим организациям сейчас будем через департамент экологии принимать меры административного характера. Плюс в том районе будем строить локальную очистную станцию. Во-первых, она будет работать на промзону, на индустриальную зону, потому что ряд предприятий этого объекта тоже в ливневку пытаются сбросить канализационные воды. А вот по экологической полиции, вот не могли бы уточнить, сейчас действительно вот один сотрудник? Я всего... уточню и вам дам официально, я сейчас конкретно не смогу сказать. Хорошо. И второй вопрос. Вот по последнему блэкауту, сейчас расследование пришло к каким-то итогам, и были ли сделаны какие-то выводы, чтобы такая ситуация не повторилась? Ну, подобные технологические нарушения бывают. Как всегда, такое происходит, это стечение всех обстоятельств. В тот период, еще раз хочу вот официально сказать, что это не на станции, там авария на ТЭЦ-2 пытались некоторые наши коллеги писать. На самом деле это было на линиях АРУ, на определенном ударе. Ну, оно подчиняется ТЭЦ-2, но это не сама станция, да? Во-первых, был износ именно этого элемента, фарфоровая чаша, которая вот на этом ару. Плюс погодные условия. Вы помните, был дождь, снег, обледнение проводов, ветер. И именно все эти обстоятельства. И плюс при падении этого элемента он ударил под силовой шкаф. Пролетел бы 15-20 сантиметров там, левее и правее, этого не произошло. То есть такое произошло, но самое главное то, что в течение полутора часов началось восстановление, через три часа все было восстановлено. Это было в ночное время, то есть все службы отработали оперативно. Ну, вот, но все выводы, я понимаю, сделаны. На следующий год полностью будет произведен ремонт этой части, этого АРУ. По расследованию все-таки уточняю. По расследованию вопрос. Подтверждается, какие-то виновные, то есть кто-то понесет за это наказание, или же это как бы стечение обстоятельств? Просто? Нет, это не только стечение обстоятельств. Руководство этого подразделения планировало эти ремонтные работы, но почему-то в прошлом году ремонты произведены были на других участках. Видимо, это связано с возможностью бюджета этой организации было. Соответствующие, я думаю, выводы руководства ТЭЦ приняла. Я проверю, вам сообщу. Ну, то есть наказание никто не понес, там административное, ну, уточняющий вопрос. Ну, конкретно вот я вам скажу, что по итогам того происшествия я не принимал мер административного или другого там кадрового. Рахмет. Рахмет. Азат Хрухо, Курмашева, Ягос. Қайырлы күн. Соңғы уақытта Елордада тұрғындар демалатын және спортпен айналысатын қоғамдық орындар көбейіп келеді. Келесі жылы осындай нысандардың нешеуін ашуды жоспарлап отырсыздар? Келесі жылы тағы да осындай нысандар ашылады. Жалпы тек қана спорт алаңдары емес, жалпы қаланың тұрғындарының демалатын орындары. Оның ішінде саябақтар да,
мен айтып кеттім, 5 ауданда 5 балалардың сарайлары асылатын болады, ол жерде спортпен де айналысуға болады. Және мына теннис орталығы келесі жылы ашылады, және мына Мұнайтпасов стадионы реконструкциядан өтетін түрі бар, және мына Қазақстан спорт комплексі құрылыс жұмыстары басталады, 2 жылдың ішінде ол да бітеді. Осындай алаңдар аз емес, салынып жатыр. Рахмет. Салат Тохтаров, Басньюз, КЗ, направил 2 вопроса. Сколько Астана зарабатывает, то есть привлекает инвестиции? Скажите, пожалуйста. На начало, по итогам 10 месяцев, 1 триллион 300 миллиардов тенге было привлечено инвестиций в основной капитал. Мы планируем, что до конца года эта цифра достигнет 1,5 триллиона, возможно, 1,6 триллиона тенге. Из них я хотел бы сказать, что больше 73% это частные инвестиции. Денис Махмудович, сегодня вы ответили вот касательно дизайн-кода. И Санат пишет, что видели, как в городе снимают рекламные вывески, которые не соответствуют дизайн-коду. Скажите, пожалуйста, насколько необходимы эти работы? Ну, вы можете почитать комментарии вот, к подобным публикациям. Я могу сказать, что на 90% жителей города, особенно если брать конкретно жителей этого дома, 100% это поддерживается. Угу. Рахмет. Пресс-кизы, Айша Кутубаева с нами на связи. Айша, добрый день. Здравствуйте, Жанис Махмудович. Вот 5 месяцев назад президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, да, провел совещание по вопросам столицы, где отметил все проблемы города, начиная с недостатка питьевой воды и завершая отсутствием общего архитектурного стиля. Он дал вам год на исправление ситуации, и вот хотелось бы узнать, успеваете ли, какие еще недостатки за полгода вам нужно еще устранить? Ну, работа постоянно проводится, но впереди еще больше работы. Проблем в городе немало, с учетом роста населения, роста территории города, строительства большого количества и жилых, и других объектов, вопросы возникают. Поэтому мы для себя четко определили план работы на следующий год, знаем свои болевые точки, знаем, куда мы будем основное финансирование направлять. Это и социальная сфера, и инженерные сети. Поэтому мы для себя наметили конкретный план работы. Мы знаем, за что браться и в какие сроки мы это реализуем. Спасибо. Второй вопрос. Вот, простите, я, может, прослушала, спрашивали ли по проверкам хостелов в Астане. Вот если по подвальным помещениям понятно, то насколько, например, законно размещать хостел в жилом доме на самом верхнем этаже? И если проверки проводились, есть ли результаты или когда будут? Проверки проводятся. Я думаю, в течение 2 недель мы вам дадим уже официальные результаты. Есть нарушения, они достаточно типичные для многих хостелов. Порядка 80 хостелов сейчас находятся под нашим наблюдением. По всем из них детальные проверки проводят и пожарные службы города, и полицейский департамент, и другие службы, санитарные СЭС города. По итогам я всю информацию предоставлю. Нарушений немало. Спасибо. Спасибо. Оксана Даирова, Закон КИЗ. Оксана, добрый день. Добрый день. Меня слышно? Да, вас слышно. У меня вопрос такого характера, точнее, не сколько вопросов, а сколько уточнения. Вот, Жанис Махмудович, вы сказали, что сэкономили 2 миллиарда тенге на уборке снега из-за того, что вот в этом году снег он так поздно выпал, и что нормативно дает 72 часа на ту же уборку снега. И еще же вы прокомментировали вот это видео, где техника работает на улицах, где нет снега. Я бы хотела добавить, что такие же действия происходили по ТУССД возле монумента независимости. Там прямо несколько таких снегоуборочных машин ездили кругами по этой площади. Второй факт происходил по улице Тархана. Две машины, одна за другой, вот тоже вычищали абсолютно чистую улицу. Также ранее мы обращались в Акимат, и нам прокомментировали вот эти видео, и сообщили, что они чистили пыль и мусор. Вы говорите, что они убирали наледь. То есть
вот эти вот все факты, когда люди сопоставляют, это резонно вызывает возмущение у людей, то есть такое ощущение, как будто бы, ну это со слов жителей, да, что отмываются государственные деньги. Можете вот вы прокомментировать, почему такой факт произошел, с чем это связано, и следующий вопрос, ну следующий, да, вот за этим логический вопрос, вот когда выпал вот снег, вот 3 дня назад, да, вся вот эта техника, которая нужна была, она как будто бы испарилась, ее не было. Город был завален снегом, и люди не могли дойти до работы, тяжело было ходить, малышам особенно. И сейчас, до сих пор, вот 3 дня прошло, до сих пор снег не убран. А даже если он убран, то он собран в кучки, особенно на центральных улицах, вот возле остановок, что вот это все ухудшает и без того плохую ситуацию с пробками в городе. Скажите, пожалуйста, почему каждый раз, когда выпадает снег, превращается город в хаос, и когда его не было, почему работала техника? Во-первых, я начну со второго вопроса, абсолютно не согласен с вами. Нормативно снег убирается, и мы же очень серьезно отслеживаем, и через СНМ-109, другие каналы, где люди, жители города, недовольство свое выражают, оперативно реагируем, пытаемся, если действительно где-то сбой произошел, отработать. В целом, я вам скажу, за эти 3 дня особых нареканий со стороны жителей мы не услышали. Снег вывозился, убирался достаточно стабильно, ритмично и в соответствии с графиками. Где необходимость дополнительной техники была, еще раз повторяюсь, мы привлекали технику у строительных компаний города. В основном это самосвалы. Вся остальная техника полностью работала, и такого не может быть, что она куда-то исчезла и так далее. Поэтому это, я думаю, ну, не совсем корректная информация. Раз. По первому случаю я уже комментарий дал, если хотите, повторюсь. Действительно, я оба видео видел, где 3 машины, они разворачивались на этой площадке, ну, подали ее, как будто они чистят. Это площадка по той же Сыздык, между пирамидой и площадь Хазагеля. Это я видел, машины разворачивались, ничего они там не чистили. Первое видео, где идет грейдер, за это соответствующие люди наказание получили. Угу. Спасибо, Оксана. Господин Аки, можно уточнение? Смотрите, вот, ну, я лично свидетель того, как вот эта снегоуборочная машина в холостую ехала по улице Тархана. То есть снега ничего не было, она просто поехала и подняла кучу столбов вот этой пыли. Это, ладно, первый комментарий. По уборке снега, ну, я очень часто и активно хожу по городу, я вижу вот эти кучки. У меня в микрорайоне вот этих кучек очень много. Ну, вы говорите так, как будто бы мы не жители этого города. Просто я еще раз хочу повториться, все коммунальные службы, ответственные за уборку снега, отработали, я считаю, что на очень высокую отметку эти 3 дня. Еще раз хочу им выразить благодарность. Днем и ночью работают, в любую погоду, в 30 градусов мороза, под дождем, под снегом, и свою работу честно они делают. Если на каком-то участке произошел сбой, это происходит по причине того, что действительно город большой, растет, и не всегда, возможно, успевают они это делать час в час. Но в рамках норматива они вывозят и все это делают. Большой объем работы был сделан за 3 дня. Рахмет. Спасибо, Оксана, за ваши вопросы. Спасибо. Ольга Воронько, Ротель Кизет. Ольга Владимировна, добрый день. Пожалуйста, без предисловий, коротко, у нас уже время. После вас ждет еще коллега. Здравствуйте. Вот помимо вывесок, все-таки хотелось бы задать вопрос вам, как профессиональному архитектору, какие ляпы и ошибки в архитектурном облике города вам бы хотелось исправить, вот такие явные, может быть, какие-то удалось предотвратить? Ну, коллеги многие говорят о впечатлениях от этого города, и многие сводятся к тому, что действительно город очень красиво снимать с высоты птичьего полета, с дрона, он смотрится очень красиво с геймплана, но есть определенные моменты, когда между зданиями большие расстояния, и город больше похож на город для автомобилиста, а не для пешехода. Да? Действительно, такие моменты есть и в центре города, и на окраинах, поэтому президент дал поручение сделать город-сад, максимально оживить, очеловечить облик города.
в первую очередь за счет благоустройства, озеленения, создания рекреационных зон, улучшения работы общественного транспорта. Это вот основные элементы, которые должны дать городу ну, дополнительный какой-то шарм, красоту и столичный облик. Есть конкретные, по конкретным районам, по конкретным участкам есть определенные идеи, предложения со стороны профессионального сообщества, архитекторов, урбанистов. И мы их все принимаем, выслушиваем, стараемся их реализовывать. Вы очень хорошо рисуете, у вас сейчас есть время на картины? Ну, бывает свободное время. Ольга, да, спасибо. Пожалуйста, не забывайте о регламенте. У себя в интервью можете спрашивать личного характера вопросы. Есть еще вопросы? Это был второй вопрос, спасибо. Спасибо, до свидания. Орда Кизет, Илья Астахов, пожалуйста, Илья. Здравствуйте, Женис Махмудович. В Астане, в районе Нура, есть несколько древних захоронений, кладбищ, так называемых зиратов. Их, по-моему, три штуки в районе Малого Талдыколя и Большого Талдыколя. Сейчас там идет активная застройка. По-моему, одно кладбище уже уничтожили. Вопрос, что с ними будет? Будут ли их как-то ну, ограждать? Немного устаревшая информация. Ага. Добрый день еще раз. По трем этим кладбищам информация известна. Это в районе Большого Талдыколя. По всем этим объектам есть соответствующие решения. Там никакой застройки и затопления не будет. Мы сегодня, например, по Большому Талдыколю приняли решение. Активно идет сброс скос-1 очищенной воды, которая раньше сбрасывалась в Ишим. Очистку Большого Талдыколя для пополнения его. Но эту работу тоже проводим с учетом того, что необходимо в определенных рамках эту работу держать и не затопить существующие кладбища, например. Старые, древние кладбища. Мы все эти объекты знаем и не допустим того, чтобы они были как-то уничтожены. Ага. И сколько денег потратил Акимат на новогодние украшения города, ну, ну в общем, декабрьское, к Новому году, ко Дню независимости? Потому что раньше была информация о том, что суммарно там 2,5 миллиарда потратили. 823-25 миллионов тенге. Это не декабрьское украшение. Это, во-первых, 60 площадок в городе. Из них 15-20 площадок с катками, с елками, ну, я вам перечислю, площадь Казагвеля, да, будет сейчас завершена работа по площадке в районе ТРЦ Керуэн. Впервые мы делаем линейный каток, 300, по-моему, около 300 или 390 метров в одну сторону и обратно в парке центральном, да, с оформлением экспо. Плюс люди требуют, чтобы подобные объекты, площадки новогодние появились не только в центре. На Бугенбае появилось, в Алматинском, Байконурском, Сарыкинском, Нуринском районе. Плюс у нас протяженность зимы же другая, да? Сроки содержания этих катков и так далее, они другие. Я не думаю, что во многих южных городах делают эти катки, потому что ну, погода не позволяет. Поэтому у нас порядка 823 миллионов тенге тратится на оформление, подготовку этих площадок и содержание до конца зимнего периода. Плюс концертные мероприятия новогодние, на открытие елки и так далее. Спасибо. Это все вместе. Рахмет. Рахмет, әртестер. Кешеде бүгінде ешкім ренжіген жоқ, барлығы өз сұрақтарына жауап алды. Женіс Махмудұлы, сізге де рахмет. Уақыт бөліп аламызға келген үшін, бөліскен үшін ақпаратыңызбен, сізге сәттілік тілейміз. Әртестер, аман сау болыңыздар.